Всем привет! Здорово! Здравствуйте! Здорово! Здорово! Блин, забыли это включить свет. Сейчас в ВКонтакте посижу, подождете. Просто сделать нехуй. Сейчас заняться просто нехуй, поэтому. Всем привет! Всем здравствуйте! Здорово, пацаны, здорово! Здорово! Всем вам! Вова! Я еду в порш, порш кает, нам не клёвый свод, а спасибо, ты лишь здорово, ебаный шашлык, ебаный, блядь, здорово, нахуй. Кумси. Ку, здорово. Всем привет, привет. Вова, включи эту хуйбалу. Всем привет. Здорово, всем привет, дорогие вам, друзья. Всем доброго вечера, хорошего настроения. Ебаный пиздец. Только попросил. Не говори, что ты там все уронил. Вова. Попросили, дебила, блядь. Ты все уронил? А? Ты все уронил? Долбоёб ебаный! Всем привет! Всем привет! Поэтому... Твич обновился, кстати, по-уебански обновился, мне не нравится. Мы я сегодня, блядь, точнее сейчас, пока запускал, не мог понять, как выключить фоновой звук, ну, чтобы, блядь, заглушить, нахуй, не понял, блядь. А потом надо было что-то в итоге там сделать, все Ксюша сделала за меня. Здорово, всем привет, дорогие друзья, дорогие телезрители. Ксюша башку покрасила, я помыл. Здравствуйте, сегодня подготовились к ёбле в жопу, как говорится, да? Вот, да. Подготовились к сексу, как молодые девушки, блядь. Да. Аптека.ру, идите нахуй, блядь, своей аптекой, блядь. Что ты наделал, бобёрка, ебучий? Я, блядь, не болен. Привет. Здорово. Ксюша или Андрей, добавьте в друзья, пожалуйста. Ссылку, блядь. Спасибо. Куда спасибо, чатик. Как много меняет всего лишь одна синяя хуйня, Мурзик, да? Смотрите, как картинка пизда отстала. Мурзик, спасибо тебе еще раз большое за 66 рублей. Ой, надеюсь, ширинка застегнута, а то у меня там хуй вылез просто. Ну сегодня просто на сореня. Да, я просто подготовил хуй. А я подготовила себя к хес... Ну ладно, ладно. Там еще и злой будет, бля, пиздец, я разорвусь. Разорвешься, блядь, разорвешься. Фасолька сзади. Фасолька сзади, где, реально? Там ходит пиздец. Ты чё, сзади? Пиздец. Может, они хоть что-то другое заметили, то что ты нахуй в трусах хочешь подумал, блядь, или что нахуй, блядь. Это шорты! Это шорты! Карен Лока, спасибо огромное за сам! Выключи нахуй свой, блядь! Айрпоц, блядь, палёный нахуй, выруби его, блядь! Выруби, сука, палёный айрпоц, уебаный, блядь. Выруби нахуй. Выключил. На читя вырублю в игровом формате, блядь. Вот. Здорово, всем привет, здравствуйте. Что за сегодня интересно было? Давайте мы вам расскажем! Блядь, поток тупорылого звука, блядь, энергии, блядь. Голос девушки. Ничего такого, ничего необычного. Все мы любим девушек, все мы любим голос девушки. Очень у нее красивый голос, блин. Ничего такого. Да, мальчики. Где делали, мальчики? Мама, это стыдно. Решил сразу задобрить нас, да? Джибайтед. На сегодня игра будет жестко. А что такое джибайтед? Спасибо, джибайтед. Спасибо, Хэсус, тебе огромное. Китош, спасибо. Нихуя, он уже полгода на нас подписан. О, Петуш, спасибо большое. Спасибо за 9 месяцев. Спасибо. Ты неправильно его ник, бля, читаешь. А, Петуш? Петуш. Петуш или Петош? Ну это как это, курица есть, а есть мужчина такой. Курица. Ой, мужчина, говорю. Есть курица, женщина, блядь, и мужчина, петух, блядь, у него вот имя. Ты, в принципе, Хес, можешь заходить в рум, там ребята уже сидят. Да, школ... если тебе нехуй заняться, просто, просто посидеть полчаса от нехуй делать. 20. Если хочешь. Ну, пока можешь подрочить сгонять. Ну, типа, пока времени. Злой, спасибо. Подарили ему под 13-е подарочное. А, Дурманка, спасибо за подписку для злого. Спасибо. Спасибо огромное. Но это наши друзья все, самые лучшие, самые хорошие, самые симпатичные. Можете зайти, я вас перекину. Вот. Хесса нет в чате? Как нет? Как? Сейчас только он написал, как это нет? Он написал джибайтед вон свой. Спасибо ой, большое. Всем здравствуйте, дорогие друзья, дорогие телезрители. Сегодня у нас знаменательный день, знаменательное событие. Происходит срыв анальной помпы. А у кого? Сегодня мы это узнаем по игре, да? Сегодня мы это узнаем по игре. Спасибо всем за поддержки. Ксюха, нахуй ты волосы расчесала? Тебе идет, когда у тебя ебать капна, как у Амазон. Капна, блядь. Смысл? Я просто сходила в салон и покрасила корни. Мне там сделали или просто высушили волосы у Клавы. Что ты наделал, бобёр ты ебать? Почему ты меня... Привет, дрон, Ксюха и 5 ты ботов из чата.
Тихо. Я не пойму, какого хуя до меня доебываются из-за одного красного пятна, блять. У меня постоянно одно красное пятно, мне сразу. Ты, блять, уебок ебаный, прыщавый. Я. Ты не нахуй, блядь. Ой, да что ты за это? Я хотел Боржоми. Боржоми. Вон, вон он, подстрекатель, смотри, модератор, у тебя подстрекатель. Забань его нахуй, блядь. Прыщ? Кого? Вон, Алекса, блядь. Не идет тебе, Ксю, пиздец, нахуй. Да, да, нормально идет. Нет, цвет ты хороший. Я сделала, как и всегда, почему нет? А у тебя какой-то не такой. Ты такой хотел? Да, я такой хотел. А, ну ладно. Не, я думал. Я думал, ты пепельный хотела. А? Да, еб, посади его. Вот он, немощь. Сколько тебе лет? 21. Немощь ебучий. Заходите в Дискорд пока там. Пока мне никто ничего не писал. Луфи! В 21 год ничего не достиг. Абсолютно, блядь. Приходили сегодня квартиру смотреть. Два раза причем. Помните? Сегодня чел наступил на мочу. Чуть не наступил. Наступил. У него была нога мокрая вся абсолютно. Пиздец. Вы можете представить себе такой пиздец? Заходят люди смотреть квартиру. Скотина, блядь, сыт на пол. И он наступает прям в мочу, блядь. Это он пизда, сказал, блядь. Я чуть не наступил. Пиздобол, он наступил, блять. У него нога теперь воняет до сих пор, блять. Мочой, блять. Да суть в том, что смотрите, когда приходят люди, мы убираем луфевские пеленки. Луфевские пеленки. Ну, чтобы просто не валялись по дому, как уебище какой-то. Вот. И просто Луфи не вытерпел, видимо, и пописил. Не вытерпел, блять. Он два раз спасал. Один раз на балконе он наступил, и второй раз он ему почти на ногу насал в коридоре, блять. Не вытерпел, значит, два раза. Значит, побертый, не тот человек. Трачу последние 50 рублей свои. Надеюсь, все-таки добавите в друзья. Ты наступил? Мочу? Да я уебался в гирю, блядь. А, второй раз. Спасибо чатику, да, хорошо. Я сегодня занимался с гирями, подтягивался. Вроде турник не сломался, не разбил мне еба. Ну да, потом у Вовы хуй после двух минут устал, поэтому мне пришлось на турник. Я пока вижу в руме только фасольку и грушу, ну и мы. Фасолька камеру отвернула, дрочь, наверное, там сидит. Дрочь. Мы сегодня не смотрим видосы, поэтому это видос. Зацени трек. Ну, бля, не смогу сейчас заценить. Я люблю ценить клипы и треки, но на своем телеканале. Спасибо за респан, да не за что. Здесь у нас немного другая тематика, но спасибо за 50 рублей, надеюсь, ты не обижаешься. Блять, ко мне напрягает эта желтизна на башке, просто пиздец, блядь. Как ее смыть, блядь? Как мне от этого отбиться, блядь? Включите, блядь, подсветку, она нахуй. Она выключилась. Включите, блядь, Андрей, подсветку. Андрей, на суефакту сегодня лох. Блядь, надо. Традиция, нахуй. Суефа. До трех. До трех. Суефа. До трех. Ебать, суефа. Ну ладно, повезло тебе, лошарь ебаный. Значит, сегодня моя игра, за мной игра, за мной посмотрим. Деньги. Посмотрим. Надеюсь, деньги. Вова сегодня будет хорошо вести игру, да? Охуенная вода. Заебись, вода. Объясняю. Ну ладно, наверное, потом, когда уже все соберутся, всем объясню, как. Да, конечно, сейчас на 2 часа придется объяснять. Там, блядь, ну там, в принципе, доходчивые люди у нас. Хесус умный человек. Кто там тупой-то? Кто из тупых у нас сегодня? Ты. Ну это понятно, я-то уже знаю правила. А кто еще из тупых? Никого. Вроде да, никого. Из тупых вроде никого не взяли, поэтому все нормально. Все нормально у нас будет. Вот. Аринян. Она умная вообще-то. У нее два высших образования, если вы не знали, у Аринян. Ксюш, ты говорила не записывать, а свои-то цифры они должны помнить. Но они должны да. Чужие не записывать. Да. Все. А, ну то есть свои можно записать, я просто могу еще и свои забыть. А то будет нелепо, я, допустим, скажу то, что чужие у меня нельзя 300 и 500, а потом такой, свои можно, чужие нельзя. Убирать пеленки за королем пиратов звучит прикольно. Убирать пеленки за королем пиратов звучит прикольно. Он еще не король пиратов, алё, блядь, Васьки, вы чё? Вот. Еще пока, что-то у меня так живот крутит, блядь. А ты роллы ел сегодня? Роллы? Нет, вчера ел. Вчера? Вчера роллы. Вова сегодня позавтракал роллами, потом какал. Наша ну, блять, какакать это одно, а срать, блядь, по носам это другое, нахуй. Я наша сегодня уже два раза срал. Наша переписка с Вовой сегодня утром. Вова, ты что делаешь? Он пишет мне. Какаю. Ну уже все, минутку еще. Я говорю, хорошо, какай, я хочу писить. Он такой, все, говорит. Все, говорит, я покакал, заходи. Общаемся. И потом, ты пописила? Да, пописила. А зачем вам эта информация? Вопрос, блядь. Типа, блядь... Хесус пишет, я тупой. Да это не он, не мог написать. Хесус пишет, я тупой, серьезно?
ОГЭ отменили. Да пиздец, я вообще прочитала. ОГЭ отменили. А что это? ОГЭ это что? Это это для шаражников? Ну да. Ну а что такого-то? Нормально. Для 11 класса там, по-моему, кто не собирается поступать в ВУЗ, может не сдавать ЕГЭ. Охуенно. Им просто, блядь, поставят. А можно было мне так, блядь, когда я не собиралась поступать? Слушай, блядь, у меня было все максимально прекрасно. Блядь, забежал учитель, все продиктовал. Мне заебись было. Это было еще лучше, чем вам. То есть мне не пришлось там, блядь, напрягаться и думать там, нахуй. Я просто... Не, сначала я час примерно решал математику. Я уже прорешал вопрос в 20, такой, блядь, наверное, все правильно. Это как обычно. Кажется, то, что делаешь правильно, показываешь учителю в итоге. Мне он так говорит, с ЕГЭ было. Он говорит, типа, иди обоссы себе ебало. У меня ебало. Так с ЕГЭ было. Я в итоге потом его не сдала, блядь. Привет, ребята, чатику. Надеюсь, дрон выиграет в игре. А вы дрон видели, кстати, шоу-матч стримера против Нави? Да, видели, конечно. Я не смотрела конкретно. Ну, полностью я не смотрел. Я посмотрел, чем это завершилось. 3-1, по-моему, или 4-1. Сколько-то? 5 мячей они играли. 3-1, по-моему, у них счет, потому что 4-й не было смысла играть. Смотрел, конечно, смотрел. Понравилось, заебись. Ой, ёб твою мать. Нихуя себе, за 10 подарочных. Вот Крадик, это я понимаю. Спасибо огромное за 10 подарочных. Вот это, блядь, уровень. Вот это уровень, блядь, я понимаю. Спасибо, капец, вы сегодня такие тетри. Я не могу прям. Спасибо большое за сколько? 10 подарочных подписок. Джуст Крабик. Спасибо. Джуст это свежий. Джаст, а не джуст. Джуст. Джуст дует. Начинай делать. Джуст это начинай, Ксюш. Juice do it. Крабик это крабик, свежий крабик. Ну типа он... Начинай крабик у него вообще переводит. Спасибо. А, just do it, а я как, just? Да какая разница, just или juice это одно и то же, долбоёб. Пиздец, вы английский вообще изучаете, блять? У вас уровень английского ниже, чем у, блять, хуй знает кого, нахуй. Это же пиздец, это, блять, стыдно, блять, знать. А вы еще и радуетесь то, что ОГЭ, блять, отменили. Блять, ты не знаешь английский язык, иди учись в третий класс, блять. С какого класса начинают английский? Иди учись, блять. Не знаешь, как джаз переводится. Я охуею с тебя просто. Так, я вижу Ксюшу, я вижу я Бову, хуею с чата, я вижу Грушу, я вижу нас. Нас еще осталось 5 человек, чтобы зашли. Это Жека. Со второго? Пиздуй во второй, значит, блять. А я бы сейчас не отказался просто прийти в первый класс. 4. У вас никогда не заградывалась мысль, типа, пойти в первый класс для того, чтобы просто выебать всех по уму? Ну, типа, только в первый. Если в четвертый, то уже не получится повыебываться. Только в первый. Просто вернуться, учитель тебя поднимает и спрашивает, типа, какая последняя буква алфавита? Или что в первом классе спрашиваешь? Неважно. И ты такой, ю, или как? Я, говорит. И все такие, нихуя, бля! И пиздец. Можете представить хуйню себе? Все такие, бля. Блядь, как можно было, как ю-то ты сказал? Ты дурак? Алфавит наизусть. Наизусть алфавит. Какие ее, бля? А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, блядь. А потом что нахуй? А ты уже неправильно читаешь. Заново нахуй. А, дальше. Нахуй ты сегодня перестрел. А, дальше. Нахуй ты перед стримом подливой пердел, блядь. А, дальше. А, Б, В, Г, Д, О... Е-ё-пэ-рэ-сэ. Да ты дуёбнутая, нет, ты серьёзно или смеёшься, блядь? Не, правда. Позоришься, блядь, перед большой аудиторией. Правда, не помню. Хесус сидит, наверное, блядь, пиздец. Кого мне ебать предстоит? Знание алфавита — это не самое главное. Главное — ставить свою речь. Ёб твою мать. Да? Ну-ка, алфавит, наизусть. А, Б, В, Г, Д, И, Ё, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Щ, М, Х, знак Ю. А где И кратко пропустила? А у нас украинская нет, я его забыла. Даже она знает, ну точнее, и как сказать. У нас есть И. А Ж, нет, Ж, бля, ёб ты проебал. Е, Ё, Ж, З, я говорю. У неё просто Ж хуёво проговаривается. Не только Р. А почему к Р не проебались? Тип, чё за хуйня? А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. И краткое К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, В, Щ, Х, С, Ю, Я, блядь. Чё ты тупорылый, блядь, ебать, это дебил. Луфи настолько обнаглел, он всё, он крышует котов, он крышует Ксюшу, он только что ходил, бегает крышует за ней. Крышует Ксюшу. Он бегает за ней, вон он, блядь, бегает, сука, медведь ёбаный, ему вообще похуй на всё. Крыша ёбаная, ходячая, блядь, он крышует здесь всех у нас уже. Скоро подрастёт ещё, Ксюху будет крышевать, но меня навряд ли. Я потому что просто ему... Он тебя уже крышует. Луфи, не кусайся, не я. Да потому что он бестолковый, я иду, он кусает, бля, еблан, бля. Еблан, бля. Ты чё не включил подсветку, Вова, просили же тебя как друга. Она отключается. Пиздец, вот проси потом друзей, я ебал. Давай я включу. Ой, блядь, не надо. Андрей, один раз Ксюша включил, у нас пробки выпила на час. Поставите мне хороший памятник.
У нас на час пробки выбило, пожалуйста, не надо. Памятник мне хороший поставить, если что. На этом фоне я потерял твою дизмораль. Я ебашу там, где нет тебя. Ты лишь хочешь целовать меня в пизду. Расскажи мне про свою игру. Дрон, подарю собак, сколько не выиграешь в игре. Дурманка, спасибо, спасибо. Джок, быха... Блядь, ебать у вас. Спасибо, короче, Гаш... Гашкин за 5 подарочных подписок. Спасибо, Гаш. Дурманка тебе задонатил и сказал: дрон, подарю сабок, сколько выиграешь в игре денег, чтобы интереснее было. Чего еще раз? Подарю сабок столько, сколько выиграешь в игре денег, чтобы интереснее было. У нас сегодня призовой фонд 10 тысяч рублей. Ты подаришь мне 10 тысяч рублей? Ну это... 10 тысяч сабок? Ну а че, блядь? Следи один. Следи один собака при самом же решетком достал. Окей. Спасибо. Здорово, муж. Здорово, жена. Спасибо, Виктор, за 50. Спасибо, Биба, за 15. А, Виктор, муж мой. Это я в Инстаграме понял, к чему отсылка. Я сначала нихуя не понял, какой, блядь, муж. Еблан, что ли? Так, я сейчас проверю. Здорово, муж. Здорово. Привет, муж. О, Жека пришел. Как здороваются два мужа? Привет, муж. Здорово, муж. Жека пришел. Блядь, ты что делаешь? Долбоеб, ебану. Жека пришел, вижу. Блять, хоть раз ты проебешься. Вов, ты долбоёб? Хоть раз ты проебешься в качестве, блядь, дежурного. Или кто ты сегодня? Вова! Ты долбоёб, ёбаный. Пиздец, блядь. Мне сабочку, пожалуйста, кому сосать? Хуй ты пососёшь, блядь. А, ну да, в принципе, всё правильно. Так, сейчас я напишу ребятам. Напиши им, какого хуя ещё никого нет, блядь. Местное время 23.20, о, 22.20, блядь, их до сих пор нет. Ещё 10 минут, блядь, даю, сука, каждому из стримеров, блядь, если кто-то не зайдёт, блядь. Будет разборка на личном характере, блядь. Я, сука, с такими, блядь, дела не имею, блядь. Вова! Да, я... Что-то не так, дурак, и сразу в пятак. Следи, если что, если кто-то зайдет в Дискорд, перекинь их к нам. Так, Арине написала... 20-23. Блядь, я сказал местное время. Я не просто так, блядь, сука, утвердил, блядь, характер того, то, что это местное время, блядь, а не просто нахуй время, блядь. Так. Местное время 22-20, блядь. Иди, садитесь туда, есть. У вас 8 минут еще есть дойти. Чё? Можно Ксюша себе один возьмет? Долбоёб, я 2 и купил для этого. А я когда сказала, он сказал, ты нагло, не бери. В смысле? Я сказал, я специально 2 купил, блядь, переходи. Не надо, я сказал, это будет по-наглому, если мы возьмем и не спросим. Блядь. Кого вы пришли? С чем мне 20? Не, ну можно было для подстраховки, но типа они всегда продаются. Пустите фасальку камере. Дайте на нее посмотреть. В чате вас умоляют. Пожалуйста. Вот, фасолька покрасилась. Видите? Оставинг. Я не хотела похейтить, потому что сейчас будут критиковать, а я это красила. Почему? 6 часов? 6 часов? И перекраситься обратно по щелчку я не смогу, блядь. А это 6 часов. Вот. Да, нормально тебе что? Но это же не... Вы озвучивали, сколько это стоило? Это же не пепельный. 100 тысяч? Сколько ты сказала? А, груша. Подожди. Я няша, стесняша, люблю читать книжки и в доту играть. А вот, все, опустили, вижу. Злой уже на месте. Злой уже на месте, там настраивается, в темноте что-то сидит. Лучше, чем было, Ксюте пишет. Спасибо. Мы теперь с тобой две близнянки, мы все такие белые. Мы всегда разные, да? Мы такие белые. Да, конечно, разные. У тебя русые волосы, а у нее пепельные. Мы белёшки. Я буду когда смывать, у меня поскорее будут пепельные. Вот. Я так не думаю. Нет, скорее всего. У меня 2 осветления было. Вот смотри, видишь, вот это пепельный, вот это мочевой, да. Я боялась себе пепельный делать. Почему? Мне кажется, мне не пойдет пепельный. То он бы почти такой же был, только светлый. Не пойдет пепельный. Ну, как хочешь. Типа, я просто думал, что ты хотела... Я показала Дейнерис Тархаген и сказала, сделай мне так же. Сука, блядь, это, блядь, скоротила ебаная. Еще раз отключишься, нахуй. Пепельное говно. Спасибо. Вообще-то самый модный цвет 19, 18 и 20 года, блядь. Не выёбывайся нахуй, блядь. Самое большое количество людей, которые красятся, блядь, красятся в пепельный, блядь. У меня пепельный блонд, блядь. А у меня пепельный, блядь. Желтый корень. Ну, это корень, да. Напик. Спасибо огромное за саб. Спасибо огромное. Спасибо. Так. Да. Подсветку врубите, она кратит. Блядь, Вова пытается его врубить, видите, блядь. Вова, электрик, включи-ка. У меня руки мокрые, блядь, да ничего тебе не будет. Только
Конечно, иди руки намочить, настраивай. Плохо слышу сейчас настраивай. Так, Андрей, пока говори, пока я тут здесь. Алло, да, говорю. Меня слышно? 415-я, меня слышно? Раз, два, one, two, three, раз, два, три. Меня слышно? Раз, 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 привет. Раз, раз, яйцетряс, раз, раз. И пиздец, блядь. И отдыхаем, блядь. Минус дом, минус жизнь, минус яйца. Вот такие дела, блядь. Одно слово, вы когда-нибудь задумывались об этом? Одно слово решает вашу судьбу дальнейшую. Одно слово. Кстати, следите там словами. Еще слова появились, вы читали? Какие? Какие? Дебил, да, яйцо, говно. Вот как скажешь, класс. Когда стоп, дерьмо, говно. Нет. Уебок. Нет. Долбоеб. Нет. Проститутка. Нет. А кто? Ну, есть ряд слов, если ты будешь залупа, использовать в кабан. Сторону своих подписчиков или тиммейтов, или вообще кого-либо. Вот, например, Алекс СМ написал это слово. Осуждаю, осуждаю. Кого именно? Осуждаю, осуждаю. Я не шучу, я не долбою, не шучу. Всем здорово. Какое? Это конец. На Д. Он держался до последнего и не хотел верить в то, что конец. Андромеда можно воздушный поцелуй. А насчет себя поцелуй. Можно? Спасибо можно, вам за все. Рискуйте. Всем здорово, это конец ФКТУ. Он держался. Тихо, подожди, там кот умер. Он держался до последнего и не хотел верить в то, конец Андромеда. Можно воздушный поцелуй. Спасибо вам за все. Спасибо. Пресс-эф твоему коту. Пресс-эф. Надеюсь, ему будет хорошо в котячьем мире. Твич ввел правило о том, что нельзя показывать талию и ягодицы. Что-то я вот последний у меня стрим. Талию можно был. Показывать, нельзя делать на этом слишком огромный акцент. Я, Ксюш, правда, по стриме, и большинство стримеров, которые... Нельзя делать на этом да, акцент. Да, а когда они танцуют и по руками по телу обходят, ты же такой охуенный. Для стримеров Твича не советую вам говорить на стриме такие слова, как... Ты, кстати, только что назвал все эти слова. Блять, я читал это пост Мэдисон, но он не подтверждает с какими-то фактами, там а никого не банили за это. Нет, кого, кого, недавно... кого его забанили? Всё, может его забанили за... Не его забанили, другого чё. Come on, вон Кров пишет. Come on, ты чё, всё нормально будет. Всё нормально будет. Как это говорить, ну, я типа не удивлюсь на самом деле. Я не, и даже сейчас я особо не удивлен, если даже ведут такие правила, то... Типа, если нам нельзя говорить слово на букву П, то, соответственно, и на Д тоже, типа, переучимся, ничего страшного с нами не случится. Вот. Так что... Не особо-то я удивлюсь. Так, здесь. Да и к тому же, если так подумать, шутить с такой шуткой, это уже говорит о том, то, что не особо нормально, да? Угу. Проще по старинке, долбоёб, дебил, блядь. Говно. Ну, дерьмо, блядь. Вот, так что ничего такого, ёпта. Ты дерьмо. Я бы а что за слова на Д? Ну вот это, я, допустим... Если бы я, допустим, о, был... Да я теперь боюсь это слово говорить, ты, блядь, там напизделась. Там есть слово дебил, не говори. Серьезно, блядь, а как да, я не говорю, там есть слово дебил. Ты очень глупый. Вова, человек. Мне к тебе просьба. Да. У тебя очень плохо слышно микрофон, судя по прошлому. Можешь его привязать к ебалу вот так? А я его сейчас настрою, я настрою. Сделай, пожалуйста, так, чтобы тебя было слышно. Нормально. Возьми скотч, ему к ебалу привяжи. Чтобы он, блядь, вот так вот, сколько перед ним, блядь, было, он мог разговаривать нормально, блядь, уже заебал. Так. С таким ебалом, короче, Жека смотрит наши стримы. Не надо, не показывай пока, что ты делаешь, блядь. Нет, у него просто такое лицо. Да, вот так вот я смотрю у вас. Да, нихуя не смешно. Попиваю чаё, блядь. Он даже сейчас выражение лица своё не поменял. А почему нельзя показывать, слышь, Ксюх? Потому что, подожди, мне надо, чтобы все зашли. А, подожди, не включай. Там злой голый ходит на заднем плане. Реально. Абсолютно голый. Эх, жалко вы не видите. Вон, Ксюша еще раздвинула рогатку. Вову жопу показывает. То есть, жалко вы не видите. Блять, Ксюша. Жалко, конечно, на стриме вам не видно всей этой хуйни. Как Ксюша сейчас сиськами там трясет вся на стриме. Эх, жалко, конечно, жалко. Жалковато вот это все. Там все ребята, все настраивают. Как Андрей в рот сейчас какой-то писюн берет. У нас осталось, чтобы зашел с камерой Хесус и Арина. О, Ариночку вижу. Ариночка сладкая зашла. Вижу, сейчас мы ее перекинем. Видим. Перекинули. Так, у нас... Вы там пока поговорите с ребятами. Поговорите там, поразведите, мы пока у здесь еще постримим. Злой. Так вон злой же есть. Ты имеешь в виду Хесус злой? В Дискорде. А Хесус где? И Хесуса нету. Хесус, ты где? Хесус в Дискорде. Но в Дискорде, может, он думает, что не надо вебку подрубать? Надо. Надо? Думаешь? Он знает.
Он знает, он такой хороший, он знает, он все знает. Это наш Хесус, он все знает. Он такой хороший паренечек. Такой. Лапочка, зайка. Ой, чтобы вы понимали, таким акцентом обычно Андрей разговаривает с Луфи. Блин. Он убегает от него. Это пока он еще хуево бегает, но когда он подрастет, ты уже не сможешь так от него летать, блин. А перекиньте меня в Дискорд, пожалуйста. Ты уже все решила? Привет, привет, ребята. Да подожди, никого еще нет. Они не здороваются со мной. ЧСВ, понятно, блядь. Понятненько, блядь. Все с вами понятно, блядь. Так, у нас остался Хесус, в принципе, с камеры, но мы можем, я думаю, показывать уже. И к ребятам подключаться, подождем. И к ребятам подключаться. Всего 8 человек, получается, да? Да. Ну и 9-й ведущий. Давай. Нет, на самом деле. Привет, привет, дорогие друзья. Привет. Что, так, сейчас я его отключу на нашу. Что голос уебки? Это я, что ли, блядь? Не, подожди. Сейчас надо настроить будет всех. А кто? Что за уебок говорит? Как у вас дела, ребята? Отлично, безумно, отлично. Привлекательно, классно. Мне как раз охуенно, у меня тоже так заебись, блядь, ты не представляешь, нахуй. Я надеюсь, Верибай не будет мне звук скручивать в колонке. Так, вроде заебись. Ну, в микрофоне. Ариночка! Привет. Ну же, сука, скрутил, блядь. Алло. Галина, вас надо настроить. Галина, поговорите. Настраивай полностью. Алло. One, two, three. Раз, два, три. Хорошо, слышно теперь. Так, ну остальные у меня вроде настроены. Ну остальные, да. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Вы так пожалуйста. Номеруйтесь, пожалуйста, сразу. Так срать хочу. Номера у... Так, говорю сразу то, что а вон Хесус написал, не начинайте, я пока схожу. Хорошо. Все, давай, брат. То, что у нас пожалуйста. Будет... Ксюш и Аринян. Это понятие? Выберите ники, да. Подожди. Вот. 4, 5, 6. Короче, Экстрим, спасибо. Спасибо, Экстрим, спасибо. За то, что у нас будет эхо, потому что мы все-таки втроем здесь. Я же смогу стену, в принципе, бетоном залить, если хотите, вот это вот просто. Ну, огородить их пока что на звук, чтобы нормально было. Так, сейчас. Попизди. Попизди. Вова, тебя опять хуёво, по-моему, слышно. Добрый вечер. Да он... Я могу вот так вот говорить. Какой-то волос, ёбаный. А игра не сложная? Не сложно. Не, сейчас я всё вообще-то объясню. Сложная, умственная. Ну, не знаю, кому как. Слушай. А сейчас будет ещё сложнее. Ксюша. Чё это? Вон, выдержал. Ебать, а чё у нас такая вебка? Вот. Ой, блядь. Ну, вон, посмотри у меня в этом в компе. Чё, она у меня не захватывается? Это камера. На этом фоне я потерял нет, свою дизмораль. Все. Почему не захватывается? Не знаю. А почему Apple? У никого проблем не было с вебкой? Apple. Диску попасть, отключите. Мы отключили, да, деактивировали. Значит, она где-то еще включена. Ага. Да, значит. Ну посмотри закройте, по... Правильно. Да, вот здесь. О, моя рыбка. Заставка дрон, ну давай, что то там ничего нету там. Там экран не захвачен? Возможно. А у нас в любом случае закрытая рума. Да, у нас закрытая рума. О, уёбки, пожалуйста. Не, ну, это ну хз, почему-то не захватывается. Ой, ты что там показала, это нормально все? Ведущий Вова, нихуя ты там назвался, слышишь? Так ёбки. Все знали, что ты понимали. А ты Вова сегодня ведущий, что ли? Да, я сегодня ведущий, у вас... Наконец-то. Это как нормальный ведущий? Нормальный ведущий. Да, нормальный ведущий. Это как мафия? Типа того, да. Самое главное, короче, искусно пиздеть. Вов, там потолок натяжной, проверь, нимбом не поцарапай. Это я умею. А там дырки же есть, мы же воду А что, надо людей обманывать, да? Да. Главное пиздеть в этой игре. Ну можно не обманывать. Я как не обманывал. Да кого ты там нельзя не обманывать? Давайте введем такое правило, нельзя пиздеть. Ой, нельзя не пиздеть. Выебывайся, пожалуйста. Нельзя не пиздеть. О, все. О, мы с вами. Я отражен или нет? Да. Блять, отразим. У вас не появилась вебка на это. Я уже не выдерживаю. У вас вебки нету, да, на сайте. У кого? У вас. Я только что включил. А у нас видно? А у нас нет. Выключите и включите ее на самом ноутбуке. Во, о, кстати, качество нету. Нету. А почему так? Ну-ка, Ксюша, разберись, что за проблемка. Ты можешь пока показать? Потому что чё, почему-то... Вот там вот, вверху, видишь тройную штучку? Ага. Понеслась да, пизда по кочкам. Давайте. Нажимай. Еще раз. Я готов. Еще раз. Я сейчас все объясню, все расскажу. Появились? Нет.
А почему так, слышь? Ты можешь пока экран показать, почему у нас черный? Ксюшенька, пожалуйста, я тебя умоляю, как хорошую ты девушку, блин. Ты завалишь сегодня? Ладно, извини. Можешь нам перезайти? Попробуй, я ебу. Ку, здорово, хули здоровайтесь. Сейчас перезайду. Да-да, давай. Ну давай, давай. Ой, жалко вы не видите, что здесь сейчас, капец, вообще, чат. Что, пускай, да? Ну давай, пущу. Пацаны, рассказывай. Опа, вас видно. Красивый. Все, Ксюш, можешь показывать. Так, во сколько у нас? Получается, одного хеста ждем. Местное время 22:34. Где он, блядь? Вот опаздывать, это хуже, я бы сказал, кого, ну типа... Кого, кого? Так. Четвертый, пятый. Так, у нас груш закрыта пати. В любом случае сюда не зайдут без твоего приглашения. Ну, если я буду, знаешь, я буду видеть уведомление, кто стучится. Угу. Пожалуйста. Сейчас мы просто хесу опускаем и все, в принципе. Ля, какая нихуя. Только единственное, раз, немного два. Снегу. Не, блядь, слишком большая застава. Слушай, я сейчас а хочу растянуть, Ксюш. Что еще? Что? Я хочу как-то микрофон свой не разрешать, чтобы он тут использовался. На сайте? Внизу. Там... Внизу. Внизу есть. Так он же выключен. Да? Он так выключен, да, горит как выключен. Главное, чтобы надо... Не, он автоматом, мне VRB тушит микро, а там сейчас будет 10%, и меня никто не услышит. Блин, такая заставка, раз, два. Очень яркая, она не подходит к цвету самого фона. Здесь фон можно менять? Нет. Да, можно. Сайта, да? Кто администратор может, да. Типа поменять его на какой-нибудь другой цвет, потому что этот цвет параш, блядь, мы хуй-то... Да, можно, давайте сделаем парк и типа шашлыки, мы на шашлыках. А как? Ну-ка давай. А кто-то должен это сделать, я не знаю. Кто создавал? Груша. Кто администратор? Груша? Я. Чё, попробуй Артур, хочешь шашлыки? Давай шашлычки нам в парке. Можно, пожалуйста, голову в девушку? Можно отразить мою камеру? Да не можем мы здесь отразить камеру. Ты можешь ее отразить. Стрим же только у Модеста, да? Ну, вы у нас пока здесь нормально. Чё ты там собрался? А из вас кто-нибудь стримит? А вас нормально на сайте? А, ну все, тогда давай голову. Вас отразить? Да, нас отразить. Зачем? А зачем? Потому что у меня, блядь, ебало нахуй кривое. Ты не видишь, блядь, долбоёб. Ты будешь пиздеть, блядь, будешь валяться. Слушай, ну ты посмотри реально, Вова, ты замечаешь эти пропорции? Андрей, его комплекс. А не смущает, что у вас на стриме такая же, как сейчас камера, нет? Но это опа. У нас, Вова, у них нет, сейчас. Нихуя она телепортируется. А, вы же вместе, я забыл. Да, молодой курьер. Погоди, где именно настройки, я на что нажимала. Опа, у нас новый стример, привет. Как тебя зовут? На фасольке там сидит вкусный такой. Нет. Так, ну-ка сейчас я попробую перезагрузить. Ты не настраиваешься, что? Сейчас, пойди, подожди. А кто вылетел? Это Андрюша. Ребят, можете... Единственное, короче, нормального качества чуть не нашел. Можно другую какую-нибудь попробую найти фотку. Не знаю, обновить страницу просто. Обновить страницу надо? Ты что, поставил уже? Да. Там на берегу озера шашлычки такие. Ну давай. А как нам обновить? Ксюша, обнови страницу. Страничку обнови. О, ну красота. Так, смотрим. О, ля, бля. Правда, самую красоту закрыли, конечно. Все, ну зависло нахуй. А, нет, все, норм. Все, заебись, все, что. Нет, ничего. Вот это я понимаю. На шашлычки приехали, козерцы. Ну, все, классно, чилим, отдыхаем. Единственное, добрый то, что вечер. Странно, то, что у некоторых вебка, блядь, хуёвая, хуй пойми из-за чего. Типа, она же не должна типа быть такой. Типа, пиксельная? Ну. Да. Это сайт сам. У фасольки, у да. Арины и у Вовы. Она, а остальные... У меня у всех охуенно. Абсолютно у всех. Так, что у нас? Ну где, блядь, он нахуй? Местное время 22:37, блядь. Он уже один раз нас кинул, кстати. Да не, это будет самое. Да, помню, было дело, да. В смысле кинул? Ну, в прямом позвали его на стрим, все приготовили, сделали анонсы, блядь, его он не пришел, блядь. Ого, ты шо? Это Хесус? Да. Такую заподлянку сделал? Надо принять. Еблуша кривая. Ты, блядь, еблуша. Ты кого? Да там Якос пишет. Так это, подожди, это не парки шашлыки, это какая-то речка, мы что там, блядь, там купаемся, есть, что ли? Там есть шашлыки, но мы их там мангалом вебками. Закрыто просто. Ой. Чё тут, блядь, такое, блядь, я не понял, блядь. О, Есус, привет. Ты уже опоздал на 10 минут, ты в курсе, блядь, или нет? Здорово. Да мне, ты, кстати, ты понимаешь, мне вообще похуй, блядь, прикинь. Нихуя, блядь, базарь.
Так, а чё, окей, так, хорошо. Тебе надо как-то подключиться, ты уже настроил всё? Ну, по идее, да. Ну, всё, подключиться туда, к вам, да? Да. В эту. Пать. Понял. Окей, я иду. Давай, идём. Ой, ждём. Вы все там уже сидите, что ли? Да, мы здесь, тебя уже ждём тебя. Ясно. Блять, может убрать так, его за байду, слышь, Ксюх? Потому так, что значит, она как-то сильно в глаза бросается. Давай. Давай. Только не спали, блять, все, что есть там. Я знаю. А то вместо Хесуса хуй зайдет, блядь. Ну да, я уже близко. Конечно будет, если Хесус зайдет с хуем. Что за хуйня? Конечно, если он зайдет без него. Так, минутку, надо перезапустить браузер. Вот так лучше. Как в фильме тупо сидим. На шашлыках. А можно что-то? Ну, хотя нормально. Не, слышь, Зло, я могу тебе прям вот Full HD во весь экран на шашлычке, хочешь? Да не, нормально, я уже поел. А то еще аппетит разыграется, придется заказывать. А, ну да подожди, ребят, сейчас вебка. Мы не знаем, как отзеркалить вебку, вот в чем прикол, блин. Да вы что, дураки, можно же, блядь. Ну как, скажи, блядь, можно, как? Ну сейчас зайду, скажу, там шестеренка, блядь, в правом верхнем углу вроде должна быть. Мы ждем. Как не получается? Там слово mirror, блядь. Mirror. О, да, я себе так отразила, а я не вижу. Mirror. А может быть надо, блядь, просто... я не могу отразить, потому что не зарегистрировала на сайте, типа? Я тоже не зарегистрированный, все нормально. Я тоже не зарегистрирована. Ну а как? Вы пробовали нажать на кнопку в правом нижнем углу на вашей вебке и вибре. Вибре. Что такое вибер? Ой, блядь. Так вы же нормально сидите, или вам не нравится? Просто отразить надо веб-камеру. Я ебал. А почему фасольки два? Ну, ты дублируешься почему-то, у тебя голос дублируется. Мы в одном помещении. Я себя буду, что я ведущий, я вас меньше буду пиздить, чем вы. Сейчас, ребят, я хуею с этого браузера. Тебе там чё, блядь, комп 2007 года? Чё у тебя? Да, блядь, у меня только что работало, сука. Теперь у меня пишет бесконечная загрузка, лоудинг. Лоудинг, а у нас по звуку, камера, кстати, все нормальные? Я 1, 2, 3, привет! Здравствуйте, приветствую. Ну вот это я самый хуёвый сейчас заебись был, кто сказал последний. Он просто с подвала стримит по этим. Пиздец. Ты будешь с моей девушкой разговаривать, я выебу, понял? Так вот там выебешь, слышь, давай. Ксюша, хуёвый звук. Я же подойду, я тебе ещё раз повторю. Я буду вот так вот разговаривать, так что не переживайте. Advanced в настройках пишет чат. И фасоль тихо. Не-не, вот так вот будет нормально. Сейчас, ребят, 5 минут. Advanced какой-то, я пытаюсь. Какую Advanced, блять? Банный рот, блять. А где она, пацаньё? Куда нажать? Говорю. Там внизу Advanced. Такая фиолетовая кнопочка. Внизу Advanced, Ксюш. А мне надо и номер какой-то вписать, типа 1, 2, 3, 4, 5. Да, Apple. Там свой сотовый надо вписать. Всё. О, чётко, заебись. Всё, спасибо. А у них, наверное, теперь отражено, да? Ну пизда, блядь. У вас отразилось? Нормально, вы нормально. В сайте у вас вообще ничего не отображено. А, ну всё. Сися менять. Всё, теперь нормально. Странная хуйня, это какая-то НЛО, да, как это называется? Ну, типа, неведомая хуйня, как по-другому. Блять, сука. Сегодня мы с тобой заодно должны быть, так что. Нет, почему? Друг друга играем. Блять, бабки на карте. Арина! Я. Куда ты? Мы ее теряем. Куда? Аномалия, да, аномалия, блять. То есть, когда вебка отражается, лицо становится пиздецовое. Что за хуйня? Очень странно. Жиза. В жизни со всех сторон мне девочки смотрят и говорят, заебись. Типа странная хуйня. Арин, он правду говорит? Правда она говорит. Ладно, попробуем тут. Ну ты только ее спрашиваешь. Ну потому что... Блять, спросили девочек, тебя тоже спросить, давай, Вова. А? Сука. Так, я не понимаю, Хесус, ты там дрочишь? Да, ну блять, а как иначе ты... Так я же сказал в начале стрима, что пока есть время подрочить, он немного задержался просто. Вроде все настроил. Всё, залетай. Сейчас попробуем зайти. Такая компашка у нас собралась, да? Все мы. И классный. То, до того момента, как начнем играть, блядь. Ну я стучусь. Так как ведущий этой программы, я объясняю. Это не он, это не он, это не он. Думаешь, это не он? Это не я, нет, это не я. Вырубай меня нахуй, вырубай. Докажи, что это ты, это не ты. Так, какой у меня номер должен быть? А, у меня здесь третий стоит. Седьмой. Скажу. Окей. Понял.
Седьмой ты. Вова, встань после него в конце, чтобы не было, типа... Не... А, это вот. Вы можете передвигать. Да-да-да, спасибо. Мне передвигать. Так, теперь на экран надо. Я сейчас бы ссылки не спалить. О, боже мой. А ты тоже стримишь, да? Ну, конечно. Ну, конечно. А что, тут только вы стримите, что ли? Ну, все, да. Больше никто? Конечно. Ну, да. Эксклюзив. А Ариньян тоже не стримит? Нет. Ух ты, ничего. А почему, так, кстати, ладно. Никто не стримит, странно? Вот именно, да. А, ну типа шоу не ебанское, не поэтому нахуй надо кричать. Ну я понял вас, блин. Ну да, чтобы вас не рекламировать лишний раз. Я заебалась рекламить этих модестов у себя на балконе. Вопрос. Мне получается говорить по именам всех или по номерам? Ты можешь говорить по именам. Все, понял. Можешь по номерам, как тебе удобно. Так. Так, можно вкратце объяснить вообще, что это такое? Мы сейчас объяснять будем, точнее, Владимир будет объяснять. Нет, я объясню. А, ну ладно, Владимир нахуй надо. Владимир будет просто вести. Хуя на виду, я что это делаю? Смотрите, ребят. Суть заключается шоу в том, что мы сейчас... Злой, ты слушаешь, ты просто так в стенку... Я в ахуе! Конечно, как это я не слушаю? Нас сейчас в игре 8 человек. Во второй раунд пройдут только 4. Каждый раунд будет отлетать один человек общим голосованием. Нам в первом раунде будет ведущий давать по 2 карточки. На этих 2 карточках будут определенные числа. Вам нужно запомнить эти числа. Когда всем раздадут, начнется вскрытие. Но тут суть в том, что вылетает тот, по сути, у кого наименьшее количество очков. То есть, например, у кого-то 700 в общей сложности... Блядь, я все прослушал, ёпта. Да я тоже нихуя не понял, хоть и играл, что-то нихуя не понял. По новой. Как играть-то, ёпта? Мне по новой? Могу на пальцах объяснить. По новой? Давай, по новой, да. Да-да, для тупых, чтобы... Да, а то я тут баннер двигал на экране, ты там... Я сказал, что вы все умные перед стримом, сука. Давайте я объясню. Короче, в двух словах. Играем сейчас 8 человек. Двух, а можно в одном. Короче, 8 человек. Играем до того, пока момента первый раунд, пока не останется 4. Каждый раунд вылетает один человек общим голосованием. Вот. Нам дают каждому по 2 карточки с числами. Эти числа нужно запомнить. Суть в том, что потом мы будем вскрывать эти числа. Можно как спиздануть, так и сказать правду. Лучше правду не говорить. Но суть в том, что бывает, что правда бывает наказуема, в том плане, что у вас наименьшее количество баллов и вас выкинут. Играем на деньги, кстати. 10 тысяч рублей призовой фонд. Ого. В общем, вот. Собственно, так и играем, чтобы... Не просто так 10 тысяч-то. Здесь суть в том, что выявить, у кого меньше баллов и пиздобола. Вот. Бывает так, что не пиздит человек, и все равно выгоняют. Ну, то есть здесь очень сложно, нужно вот этой хитростью играть. Но по факту мы сейчас во время самой игры поймем. Второй раунд объяснять не буду, объясню это потом. Короче, окей, ваша задача как можно долго находиться в игре. Последние два человека. А? Можно вопрос? А как, какое число, если я скажу, что меня миллион? Нет, или что это? Показываем... Тебе никто не поверит. Карточки с числами показываем ваши. Общая сумма банка составляет 10 тысяч рублей. Там не может быть миллион. Там карточки, например, 200, 300, 50 там, и так далее. Я в пример говорю. Uh-huh. Две карточки у вас, там, например, 200, 300, это 500 в общей сложности рублей, да? Вот. У кого-то, например, в общей сложности может быть 2000 рублей. И, по сути, у тебя меньше всего очков, и из-за того, что ты сказал правду, тебя выгонят. Хесус там печатает что-то. Тебя выгонят. Поэтому тебе выгодно сказать неправду, да? Но суть в том, что у тебя может быть число повториться с кем-то из игроков. И ты должна доказать, что именно эта карточка у тебя, а не у него. То есть... Как мне доказать? Я скажу, она говорит, у меня 100, а я говорю, а нет, у меня 100. И что мы, чем будем меряться? А вот вы должны хуя доказать. Может, мы решим. Кому поверить? А какое максимальное число, чтобы хотя бы запиздеться, но не перепиздеться? Нельзя. Нельзя же, да, говорить? Нет, максимального числа нет. Мы же для этого и будем... Вы сказали, что уже 10 тысяч. Нет, 10 тысяч общее число, понимаешь? А карточек типа дохуя, вот в чем прикол. Ну. Поэтому угадать невозможно, какой карточек. Там может быть от 50 рублей. Чек очень много. То есть изначально побеждает тот, кого просто ведущий, кому больше всех показал, да? Да, но типа будет полный рандом. Не факт, что ему поверят, вот в чем прикол. Давайте грязь запускайте эту, сейчас проверим. Да, давайте научимся. Давайте сейчас просто по это. Сейчас по это.
поэта. Сейчас все засыпают, каждый по очереди просыпается, показывают карточку, засыпает. То есть никто не будет видеть ваши карточки, кроме себя самого. Показывать а будет ведущий. А вы вдвоем играете? Да. Или... Нет, мы каждый сам за по себя. По очереди тоже, да. А может первый сделаем тестовую? Как-то нет? Ну ладно. А, она сразу понял. Да ладно, еще начнем заново. Можно первый раунд, просто раунд тестовый, не саму игру, а раунд. Давайте. Ну да, можно. Давайте. Хотите раунд? Давайте. Здесь никто так там типа играл, дохуя играть, да. Вы успеете натеститься. Да, куда торопиться, ёпта? Да. Ой, точнее. Давай. Давай, похуй. Тестовый или нет? Да. Не, да похуй, запускай сразу на серьезку. Сейчас все научимся. Просто типа за 5 минут ты не проебешь эти деньги. Там довольно дрянь. А команды ни с кем нельзя строить? Ты сам по себе? Соло игрок? Не, можно, почему? Как хочешь. Если ты кому-то доверяешь, типа ты такой, да, вот он типа не пиздит, я в нем уверена. Типа по каким-то критериям. Да. Хорошо говорит, либо хуй сосёт. А, блядь, по номерам. Мы потом обсуждаем, когда вскрылись, все по очереди обсуждаем, выявляем, кто же пиздит, потом каждому дается слово, а потом идет общее голосование. А, момент. Чужие числа записывать нельзя. Только свои. А, подожди, я сейчас должен что-то записывать еще? Нет. Только свои, ты должен свои. Запомнить свои. Ну, свои числа свои. Ты запиши, чтобы запомнить. А я запомню. А чужие нельзя. Здесь игра еще и мы просто в прошлый раз начали записывать, в итоге получилось как-то по-уебански, потому что слишком просто получилось, все запомнили, а сейчас типа будем на внимательность. Голова, нужно подключать голову свою. О, включилось. Просто рукой дотронулся. Вот. Ну что, засыпаем? Ну давай, в общем, игроки. Давайте все попробуем, засыпаем, я буду немножко. По именам вас называть, и вы должны открывать глаза. В этот момент вы должны молчать и не называть свои цифры. Я буду называть ваши цифры. Все, все закрываем глаза. Глазки закрываем. Все. Так. Модестал. Открывай глазки. Кто, блядь, из нас двух долбоёбов? Я назову Модестал Ксюша, а Фолантес это Андрей. Модестал, открывайте глазки. Я первее сижу. А она не бомбовоз? Ну, у нее основной это Модестал. Я хуй знает, кто я, если честно. То есть Ксюша как бы запомнила? Я уже, блядь, не знаю, кто я, блядь. Так, Ксюшенька Модестал закрывает глазки. Открывает глазки петух... Андрей. Ксюша, открывай глазки. Открыл. Ага, запомнил. Чат SmileMod. Все, понял, ведущий. А, точно, SmileMod. Андрюшка закрывает глазки. В принципе, если тебе нужно открыть глаза, закрыть, ну, смайл-мод поставить, если... Да, модератор, там поставить, наверное, если... Ну да. Так, фасолечка, открой глазки. Блять, я начал волноваться, подумал, тоже забуду, блять, цифры. Так. И... Так. Закрывай фасолечкой глазки. Аринян, открывай глазки. Глазки. Это так мило. А, не, еще второе число, подожди. И вот второе число. Все, закрывай глазки. Андрюша, Триперс, открывай, пожалуйста, глазоньки. Так, у тебя что-то камера зависла, я не понимаю. А, угу. Так, и вот. Так, все, Андрюшечка, закрывай глазки. Жека, открывай глазочки. Так, умничка. И вот еще. Умничка, закрывай глазки. Артур, злой, открывай глазоньки. Угу. Так. И еще вот. Нихуя, это сколько запоминать-то надо? Это по отдельности или все сразу запоминать? Ну, это общее. Будет общее. Это будет общее? Не, запомни по одному сложи. Лучше. По можешь одному, по одному запомнить, просто запомнить. Общее ты потом сложишь. Две а нахуй карточки. По одному, если я общее сразу сложу? Бать, ты, не, ты должен помнить, ты должен помнить. Свет. Ты оба числа должен сказать. Тебе нужно записать оба числа. Да. Так, 18 тысяч. Окей. Все, я запомнил. Да, нормасик. То есть там 18 и 22, поняли? Кес, открывай глаз. Ох, блядь, наконец-то, здорово.
Ты сказал вот, по имени. Здорово, здорово. Ой, ну спасибо тебе, конечно, за такое число. Так, ну, сейчас дальше пишу. Это последние остались, я как бы тут... Давай. Ясно, кикаем Хесуса. Нихуя себе. Чё ты сделаешь? Так, все, да, запомнил? Отлично. Я, да, я записал, да. Так, все, закрывай глазоньки. Блять. И просыпаются абсолютно все. Зачем глаза закрывал? Это, ну так, так надо. В общем, я раздал всем... раздал всем карточки. И сейчас мы, каждый из вас должен... Можете соврать, можете не соврать, можете сказать правду. Я еще назвать... пиздобол. О, да. Назвать ваши числа. Суть в том, что у вас не должен быть маленький бан, потому что все, кто играет на данный момент в эту игру, они вас кикнут. Это для них выгодно. Потому что маленький банк, да? Да, потому что нет, потому что если кикнут человека с большим банком, в конце вы получите гораздо меньше денег. То есть, если вы, к примеру, кикнете человека, у которого 5000, в конце у вас останется 5000. А если вы кинете у того, у кого 100, у вас останется там... Короче, фармим. Нужно сейчас зафармить. Да, да, да. Нужно выкинуть того, бабло, кого... все 10 тысяч. Да, 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 да. Ну, не все не получится, но минимально выгнать надо. Так, с кого начнем скрываться? Ну... А сейчас обсуждение? Да, по цифрам давай, по цифрам сейчас так же. Сейчас скрываются люди. Сейчас так, по очереди сейчас мы говорим. Ну, начинаем по очереди. Первая, Ксения. Короче, говорю сразу, первое число у меня максимально большое, это 700. 700. А второе... Максимально большое 700? Она пиздит, можно так говорить? Можно, конечно. 700? Ну, я просто не знаю, какие там еще числа, поэтому мне кажется, 700 это дохуя. Вот. А второе у меня 200. Никита она знает. Она пиздит, она не может сказать. Да. Сейчас только, ты реально что-то сказала? Все говорить, реально можешь, знаешь, дайте ей уже договорить. Пока все скрывается, во время того, как скрываются люди, открывают карты, все должны молчать. Будет позже обсуждение. Давай. 700 и 200, итого 900. Просто если считать от 10 тысяч, 900 это почти, ну, коса, ну, 1%, это, блядь, нормально. Не 1, а 10%. По-моему, хуйня. 10? Да-да-да. Короче, ну, у меня 900, в общем, рублей. Спасибо. Андрей. Следующий, Андрюша. Так, ну у меня, конечно, попроще суммы, но тоже нормальные. У меня 500 первое и второе 150. И в общем, 650. Угу. 600, ну, типа, относительно нормально, с 10 тысяч 650, я думаю, или хз. Так а нахуй на меня. Я не знаю, если меня сейчас выгонят, пиздец будет. Он самый нищий, блядь, давайте нахуй его. Да кого ты слышишь там, сейчас посмотрим, кто там дальше говорит. Сделал вывод, ну. Фасолечка, твое слово. У меня, да, блядь, представилось. У меня две цифры, 600 и 400. 10% от банка, все. Получается, 900, 1200, это... 200. Так, пошло вычисление. 2650. Андрюш, не думай. Я, сука, слежу за вами, блядь. 2650, нахуй. Ну, я сразу поняла, что Ксюша пиздит, потому что это максимально большое число. У меня максимально большое число в первой картке, это 800 рублей. В третьей, конечно, попроще, это 300 рублей. Но все равно, типа, максимально это у меня пока что тут, но девочки. Ну, числа-то у нас повторяются. Ага. Кто за карты? Первый карты и третий. Первая карта у нее 800. У нее две карты. 800 и 300, да. Но у нас не повторяются числа, почему я пижу-то? Ладно, обсудим потом. Нет, максимально большое. Просто так. Хорошо. Там примерно 3200 уже, пацаны, следите за счетом, это пиздец. Так, ладно, давайте я свои числа скажу. Да, потом обсудим это все дело. У меня первое число 190, второе число 1000 ровно. 450 и 600. Так, все, у тебя больше не слов? Более-менее, да, думаю, пойдет. Давай. У меня минута, сколько у меня времени есть? Пока просто скрываешься. Да, пока просто говоришь. Вот скрываюсь, да я уже могу стол раскинуть, то пиздить, то не пиздить. Еще, блядь, я в этих играх, блядь, на них, говори меня на деньги. Говори числа свои. Твоя задача просто числа сказать. 250. Сколько? 750, 200, 750, 250, у меня ровно 1000, это 10% от банка. Прекрасное число, блядь, могу 250 кому-то накинуть на чай сверху. 750 себе забрать. Пока все у меня. Давай. А что, я могу много чего рассказать. Так, не, еще пока все. Хесус. У меня 50 и 950. Сколько? А чего ржете-то нормально? А чего ржете сразу? Ну, первая, да, у меня какая-то вообще... В общей сумме 1000. А вторая? 50 и 950. А, хорошо.
Так, так, все. В общем, мы назвали свои карты, и вам даю 3 минуты, чтобы обсудить, понять, кто врет, кто не врет, кого выгонять. Время я пошло. Не знаю, как мне я могу начать. Я могу начать. И первое. Мне первое тоже. Первое, Жека, да. Жека, пиздобол. Максимально большое число. Жека, пиздобол, потому что у меня 600. Я это вскрылась, ты скрываешься после меня. Да, поясни. Кстати, важная хуйня то, что не могут повторяться числа, поняли? Они не повторяются, у всех может быть правильное число. Такой схавал первую цифру и такой думаю, надо 600 тоже сказать. Я ж такой дурачок. Ну ладно, окей. Ну по всей видимости. О, я же не знал этой грязи. Ну подождите, у меня 250, никто... Что-то кто-то, подождите. Кто-то говорил уже 250, да? Кажется, тут кто-то говорил 250, если честно. Говорил. Ведущий, ведущий, а сколько я называл? Ведущий говорил, блядь. Что? Сколько я называл, я забыл. Кто-то говорил. Ты должен записывать свои цифры. Да я забыл. Алло, здравствуй. А, нормально. Кто-то 200 говорил, но 750 не говорил. 200 я, но ты, у тебя 250, у нас не повторяется. А мне, я тебе все равно не верю, ебать. Мне кажется, ты подозрительный. Я не верю, Жеке. Я не верю, Жеке. На столе должна остаться одна. Не одна. Самый маленький банк у него... Схуяли, ты даже не знаешь, сколько у него. 1, 2, 5. 1, 2, 5. И 3 сейчас я кикну, с чего ты меня решила кикать? А почему 2 пиздит? У меня же не так маленький. Вру. Нет, я имею в виду, что 2 это... А, кстати, поставь себе 2. Фасолька. А ты нолик, поставь себе нолик. Мы 0 и 1. 0 и 1. Я уже испугалась, думаю, ну что. Я думаю, что фасолька испугалась на меня. Хочешь драться? Подожди, фасолька немножко. У меня 600 и 400. Нет, типа у меня довольно большой банк. Злой, ты не выебывайся, мне кажется, тоже пиздишь немного. А мне кажется, ты пиздишь. Ты тут самый болтливый, что-то пытаешься там что-то это самое. Что мне, попиздить нельзя, что ли? Во-первых, меня самый... Я молчу, у меня еще пух. А кто молчит, тот... Знаешь что? Я бы сказал, но... Ты тоже подозрительный. Ну не сказал. У нас самый большой банк у Арины, да? Нет. Подожди. А я не помню, у кого сам большой. 1050 у тебя. Подожди, как это ты не помнишь, если ты сам сказал, алё? У меня 1000. Он назвал 1050. У него 950. А, 950 плюс 50, сколько? Ты сказал 1050. Кто сказал 1000? Кстати, да, Хесус говорил 1050, запизделся. Нет, он говорил 950 и 50. Нет, он сказал 50 и 950. Блядь. Вова, ты не можешь вмешиваться в этом плане. Нет, я же говорил, нет, он сказал 50 и 950. Понятно. Нет, так серьезно говорят, 50. Короче, лично я считаю то, что у нас сейчас под подозрением двойка, пятерка, у них одинаковые числа. И Андрюша, потому что у него маленький банк. Какое у меня подозрение? И Ксюша себя нечаянно считала подозрением. Твой тоже пиздобол. А я не в подозрении. Я на него как начал говорить, он на меня начал пиздеть. Вы помните эту фразу? У меня максимально большое число 700. Слишком уверен. Я не знала, какие еще будут. Женя, молчи, у тебя не 600, ты это понимаешь? Короче, Хесус самый подозрительный, что ли? Да не пиздец. Нет, не Хесус. Подозрительный? Нет. Вот именно. Тебе Ариян говорит, какие числа я называл. Нет, он не говорил 1050. Ты просто, блядь, забыл. Ты записывай хотя бы. Да. Он говорит, если я буду записывать числа, то я сразу вас вычислю всех. Чужие числа записывать. В следующий раз так и делай. Так что, у нас закончилось время обсуждения? Да. Так, все, время обсуждения. На данный момент вы должны на пальцах показать, кого... Нет, ты дебил сейчас. Нет, мы сейчас по одному высказываемся. По очереди высказываемся. Извините, по одному, да. Смеяться, вспомни, как ты был ведущим, блядь, дебил. Слышь, долбоёб. Давай. Так, первая, Ксения, высказывайтесь. Смотри, Арин, я хочу пояснить, правда. Смотри, я вскрывалась первая, первому всегда тяжелее вскрываться, потому что я не знаю, какие числа у остальных и какие карточки, да? Поэтому я... Поэтому ты сказала максимально у тебя... Заткни ебало, я говорю. Я предположила, то, что 700 это самое большое. Я не знала, что есть 950, что есть 800, вот. Но в общей сложности у меня 900, это, в принципе, не маленькая сумма. И выгонять ее нет смысла, вы просто на косарь банк уменьшите, вот и все. У него 650, это, ну, уже как минимум... Ты даже не знаешь, сколько у меня. Я не знаю, то как ты можешь знать, ты говорил, что у тебя общий банк 650, дебил. Я так был первым, будет... кстати, говорю, а нет. Бля, Андрюха пиздит тоже. А нахуя мне пиздеть? Мне 650, блядь, тут не пиздишь. Так а нахуй ты нам нужен нищий? Ты самый нищий тут, зачем ты? Да нихуя, нет, это вранье. Ты сам себе наврал. Не, но я хотя бы, я не соврал, нужно найти пиздобола, потому что в дальнейшем эта мразь вас наебет, 100%. Все, ведущий. Да. Андрей, теперь ты говори.
Андрюша, высказывайся. Хотя он уже начал пиздеть, блядь, не очень. У меня хороший банк. 6% от суммы это хороший банк, я считаю. 6% и 0,5% это хороший банк, я считаю, для себя. Я хотя бы не вру, блядь, я не пиздобол. Я с вами буду честен до конца. Я очень честный человек. Оставь тебя, пожалуйста. Люблю всех, спасибо. 650 рублей у меня. Все, мы поняли тебя, Ксения. Фасолька. А, забыл сказать, кто пиздит еще. Ну, нужно же подозрение подать. Все, я сказал, время уже. Ну, ты падла, блядь. А я полностью верю Андрею, потому что 650 это нормальная цифра. Я уверена, что у нас на столе есть и 50, и 100. И я уверена, что Жеке как минимум выпало одно из этих чисел. Да, мне микрофон опять. Я не помню, какое у тебя второе число, но ты назвал 600, и я не знаю, ты решил играть против меня? Ты решил играть против меня, скажи мне. Да. Ладно, если серьезно, если без рофлов, я буду выставлять, скажу Жеку, потому что я не только хочу найти человека с маленьким банком, я хочу найти пиздобола и сразу его выгнать, а Жека пиздобол. Андрею, не перебивай, Андрею я верю, Ксюше я верю, потому что она первая открывала, и как-то, если она опять очередную игру начала с пиздобольства, это будет очень глупо, поэтому я ей верю. Все. Хотя не точно. Все, Фасолька высказалась, Ариньян. Так, ну, я поясню Ксюше, почему я против нее, потому что она опять говорит, якобы первый сложнее, но по факту ты можешь назвать любые цифры, и тебе легче всего, потому что у тебя на выбор любая цифра, которую ты можешь только выдумать. Верю Хесусу, потому что 50 это очень мало, но это честно, ну и 950 это, ну он и сказал 50 и 950. То есть Андрей красавчик, он не пиздит точно, но если мы не выявим еще пиздобола, то он точно тоже должен вылететь, потому что у него очень маленькая сумма. Но он красавчик. А вот Ксюша, мне кажется, подпёздывает. Но это мое мнение, если что, Ксюш, не обижайся. Просто вот это максимально большое число 700, и потом еще там сколько, 200, да, по-моему, было. Ну, да, 200. Вот, ну, в общем... Вот так вот. Я тут, не знаю, не самая, наверное, богатая, 1100, вот, не знаю, у меня нет смысла выкидывать. Еще я верю Фасольке, потому что она явно шарит, и она говорит честно, значит, тоже кик пятерку, которая взяла ее число, вот. Получается, что 1, 2, 5 для меня, получается, под подозрением, вот. Четверку я вообще прослушала, если честно, забыла. Ну, сейчас я буду говорить, просто ничего страшного. Все, давай, говори, Груш. А, если честно, я вот, может, я тупой, может, чёмный, я не понял, на самом деле, кто из них врет, либо Фасолька, либо Жека. Под подозрение я на самом деле Жеку не вгоняю, и по поводу Ксюши хочу сказать о том, что первым реально говорить очень сложно, и сказать так, чтобы никакое число не совпало, это почти невозможно на самом деле. Поэтому на Ксюшу я не думаю, если честно. Ну а что, больше мне нечего сказать, на самом деле Хесусу верю, Артуру верю, в принципе, потому что, ну, чисто если подумать, первый раз играют, вряд ли будут врать. Ты все? Ну, в принципе, да. Можно вопрос? Нет, пока что нет. Ведущему, ведущему. Да, ведущему такой. Арина, нет, нельзя. Сука, у неё же сбили вопрос. То есть, получается, если Ксюшу никто не прибил, значит, у нее возможно это число. Нет. То есть, я на нее зря пиздела сейчас, получается. Почему? На твое доверие, может быть, это твои мысли, это ты об этом человеке так думаешь. Ты высказала свое мнение, другие люди послушали тебя и, может быть, примкнули к нему, может быть, нет. Ладно, окей. Угу. Так, Жека. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что насчет Ксюши, которая модестал. Да, чуть-чуть, конечно, первой открываться сложно. И такую цифру, ну, мне кажется, большую все-таки взяла. Размах большой был. Вот. Но это ладно, это проехали, пофиг. Но Ксюша 2, которая Фасолька, 600, но я уверен, что у тебя нет такого числа, 600. Вот. Ну, можешь не кивать. Я просто объясню, почему, когда она сказала 600, я сразу же не среагировал, потому что это было бы, ну, неинтересно, я бы сразу такой, ой, да, у нее типа 600, а у меня тоже такое число, и все. Вот, поэтому я считаю, что Фасолька врет, у нее чуть меньше, чем 600, может быть, не чуть-чуть, не знаю. Вот, а так, в принципе, Артур был под подозрением, но что-то мне кажется, что у него там все нормально, Хесу тоже, в принципе, все хорошо. Все, только Фасолька, мне кажется.
Спасибо, Артур. Да Жека пиздит, вы что, не понимаете? Он, блядь, там, на него напали, он сразу... О! Сразу, а! Подсел, отсел, блядь, отлетел. Так, Жека, ты откисать. Мне Хитус не нравится, говорит, 1050. Чё вы меня, блядь, убеждаете, что 950? Да, он уже говорил, дурак, блядь, я... 1000, нахуй. Ёбаный сыр. Говорил, 1050. Ну ты спроси у всех. Да было 1050. Нельзя говорить. Нельзя говорить. Видишь, тут все молчат. А, молчание, так согласен. Да, 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 ты мне не нравишься, Хесус. Ты пиздишь, мне кажется. Мне тоже не нравится, уже давно, кстати, еще даже... Да, давай, давай, блядь, давай. У тебя будет слово. Давай, блядь. Так, все, мы закончим. Я против пятерки голосую. Так, не-не, это потом следующий будет. Так, ты все, Артур? Да, да, я все. Хесус? У меня под подозрением, короче, вот Жека, значит, пятый, ну и Артур тоже шестой, потому что я как на него что-то сказал, он сразу начал агрессивно себя вести, это очень подозрительно. Какие-то числа выдумывают, блин, хотя все ему могут подтвердить, что я говорил 950 и 50. Чувак, ну у тебя проблемы с памятью. Вот, по поводу Ксюши, ну не знаю. То, что она первая открывалась, ну блин, ну и чё дальше-то? Пока не знаю. Пятый и шестой. Шестой слишком агрессивный. Пятый пиздобол. Вот все. Такой хес, милашка, да? Да, пришли. Так, все, мы взаимно, Андрей. Спасибо. Получается, сейчас вы выбираете, кого кикнуть, так? Да. На данный момент вы должны показать по пальцам нумерацию там. Кстати, вот сейчас вопрос. Андрей, ты получается 0 или 1? Да, я 0. Нет, Ксюха 0. Нет, будет. Он 0. Я 0. Андрей 0. А можно вопрос? Да-да-да. А если мы пятого кикнем, мы узнаем, какие в итоге у него были числа? Да. Нет. А по сути нельзя же, ты же сама сказала. Нет, нельзя. У него узнать можно, не обязательно всем скрываться. А, все, я понял, потому я понял. Потому что его числа уходят с ним из банка, ты забыл? Да-да-да. Все, понял. То, что сейчас выгоните чела, уходит вместе с ним. Да. Получается, вы должны на пальцах показать число, то есть там один. А можно там... вопрос? Да. Да. А можно, чтобы он ушел, а числа остались в банке? Нет. Нет. А тебе не нужны такие маленькие числа? Мы не просто так сейчас ищем того, кто пиздит, либо у того, который маленький сумма. Я просто по-другому думаю. Бля, я сознал, я хуёво ведущий, блядь, я пытаюсь сказать уже второй... Я третий раз сейчас буду говорить, меня снова перебью, да? Спасибо. Вот. Я объясняю, меня начинают перебивать. Короче, блядь, объясняю, сука, на пальце. Выбирайте человека по пальцам, блядь. Номер 0 это Андрей, 1 это Ксюша и тому подобное, вы поняли по очередности. Сейчас вы выбираете человека, которого вы хотите кинуть, которого... Ну, который вам нахуй не нужен. Одновременно да. Вы поднимите пальцы. Да, да. На счет 3. Готовы? Да, капитан. Раз, два, три. Так. Ариньян, я у тебя не вижу. Повыше. Так, 5. Ну. А тут чуть-чуть. Ну, как бы. Как бы, да. Тут, как бы считать за Жеку. Числа, Жека, числа, ты говоришь, числа, Жека, числа, какие числа. У тебя числа были? 450 и 100, поздравляю. Ага, привет! Вот это вычислили, вот это я понимаю. И меня не выгнали, 200 рублей сэкономили, блядь. И маленький банк выгнали, и пиздобола. Вот вот цифры. 450 и 100. Я думаю, на столе был меньше. Они съебываются, эти цифры, да, Вовка? Да. Не отличать бы, или как? Я даже не знаю. Я думаю, да, потому что сейчас народу дохуя, и мы должны понимать, кто остался, чтобы нормально было все. Мы тебя позовем, когда будет следующий. А, каждый раунд перемешивается. Да, конечно. Запомните, очень важно, эти цифры вышли. Не назовите эти цифры, 450. А мы сейчас будем скрываться или не будем? Вопрос. 450 и 100, фасолька. А, и 100. Мы будем сейчас скрываться или нет? Ну, а, не, вы сейчас нет. Почему нет? Я могу скрыться. Числа не показывай, долбоёб. Да я не показываю, вы не должны сейчас скрываться. Вы же сами сказали, мы не должны цифры ваши знать. Ксюша, это твои слова. Ну, по идее, да, кстати, по тому, по оригиналу так. Они вскрываются. Ну, я думаю, типа, делать скрытие или нет. Ну, решайте сами. Интереснее а так играть. А что мне решать-то? Я правду сказал, я пиздец. Тоже. А, ну, если все скрываются, то давайте говорить правду по очереди. Я правду сказала, 700 и 200, пиздец. Вова докажет. Я уж перемешал. Ну нет, давай, нет, надо, давайте нет, мы тогда будем так... знать, кто пиздел. Да. Я это... могу сказать, кто пиздел. Ты рассказал, ладно, уже. Ладно, давайте не будем скрываться на туре. Все, да, перепутал. Так в итоге вы только Ксюшу, вот теперь знаете, как она не пиздит. Какого хуя? Ну, она не пиздит, говорить. красава. Ксюша, прости, а вы на нее изначально. Давайте этот раунд скажем, алло, потому что пиздец. Типа, следующий раунд скажете, да? Она уже... Все, давай. В смысле? Ну она вскрылась, она молодец. Это я пиздоболка, то, что я ее обвиняла. А так ты не пиздоболка? Нет.
Ну, по сути, давайте так, в принципе, ни у кого числа не попались, кроме Жеки с Ксюшей, значит, у всех правда было. Да, и у меня оказалось мое число 600, 400, как я говорю. Поэтому пока что все... Может быть, 50 и 100? У меня? Вполне. Да, вполне. Да, у кого-то было 50, у кого-то было 100, кто-то пиздел 100%. Так, все, мы засыпаем, Вов? Тогда все засыпайте. Ну, да, а же, сейчас опять числа будут, что ли, да? Да, новые числа. Ну не новые, сейчас те же нет, самые. Те же, те же самые цифры, только у вас они обновятся. Сейчас закрываем глазки, фон, закрываем. Это записывать. Закрываем, закрываем. Давай, брат. Ты долбоёб, микрофон не включил. Груша подглядывал. Это вы вылетели, а не я, блядь. А. Охуенно, благодаря тебе, я вылетел, а ты вылетели. А, это мы вылетели? Это мы вылетели? Да. Мы же хотели... А мы же хотели мы заново вылетели? Начать, мы не будем начинать заново. Нет, да нет, давайте тоже думаем. В принципе, вы поняли суть игры? Все вроде в никакой. Все понятно, все. Я просто пару раз запуталась, но я поняла. Да, ну да. Так, все, все спим. Спим, 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 спим. Ксения, Модестла, просыпайтесь. Так, все спят. Так мило вот ваше прячется. Первое число. Угу. Не подглядывай. Помнила? Вот второе число. Угу. Ксения Модестла засыпает. Просыпается Андрюша Фоландс. Ты где? Первое число у тебя вот такое. Так, сейчас запишу. Давай. Так. Второе число у тебя вот такое. О, вот это числа хорошие, большие. Это я понимаю. Засыпай, Андрюша. Андрюки. Просыпается фасолька, Ксения. Первое у тебя вот такое. Угу. Второе у тебя вот такое. Угу. Ксения, фасолька засыпается, просыпается Аринян. Первое число у тебя вот такое. Второе вот такое. Аринян засыпает, просыпается Груша. Первое у тебя вот такое число. Угу. Второе у тебя вот такое число. Угу. Так. Засыпает Груша. Просыпается Артур злой. Первое у тебя вот такое. Хуй хес в рот. Второе вот такое. И просыпается Кесус. Подожди. Подожди. Нихуя себе. Сейчас дай запишу. Угу. Ага. Так, все, да? Ага. Ну, в принципе, все можете просыпаться. Эх, начнем с обсуждений. Можете высказаться. О чем как у вас дела? О чем высказаться? Числа хорошие. Ну что тут можно сказать, блядь? Ну, большие числа, нормально. Большие. А яйца. Мы должны не обсуждения, мы должны по очереди. Давай сказать. По очереди. Нет. Вовка заебал. А, ну ладно, по сначала очереди. Сначала говорим по очереди. Говорите, у кого какие числа? Ксения, ваше число. Первое число 750, второе 200. Все. Еще раз. 750 и 200. Нельзя числа записывать. Нельзя записывать. Числа нельзя. А, нельзя? Чужие нельзя. Бля. А та-та. А, господин ведущий, а что делать, если я забыл? Вы, в принципе, сейчас... Так, так. Господин, а в смысле нельзя? Ты можешь, в принципе... Ну, все спим. Я снова по новому покажу. Ну, а давай, давай. Все спим. Ради одной. Так, все спят, да? Вот. А когда я забыл, такой хуйни... Да, семья там не ждут. Все, все проснулись. Проснулись. Так, ну, все, я сказала, у меня 750 и 200. Повтори еще раз. 750 и 200. Да нельзя записывать. Я не записываю. Она пиздит, ребят, она пиздит. Так, Андрей. Она пиздит, я уверен. Нельзя. Пока нельзя, нельзя. Давайте получим. В этой игре у меня хорошие числа. 11% от суммы 1100 рублей. Общий счет, первая сумма 500, вторая. Андрей, это не 11%, ну ладно. Долбоёб. Уже меньше, да? Уже меньше, у нас 550 вышло. Как я посчитаю? Я же не смогу, я говорю 11 примерно. Я откуда? 500, 600. Какие у тебя цифры? 2. В любом случае, до хуя, хуль там уёбывайтесь, давай. Какие у тебя числа? 500 и 600. Окей. Ксения, фасолька? У меня 1000 и вторая карточка 10.
Я не знаю, кому выпадало в той игре 10, видимо, еще сильно. У кого-то было 10. Сколько фазерка? 1000 первая карта, и вторая карта 10. А 1000 разве было? Я не знаю, мне ее выдали. Мне бы не было смысла скрывать 10, скажи. Я бы лучше назвала 600, там, и 200, или 400. Тебе ее не выдали, ты ее тебе показали. Я назвала 1000 и 10. Ты врешь. Да заткнись, нельзя сейчас говорить. Хорошо, 11% от числа, хорошо. Давай дальше. Так, все, Арнян. Короче, господа, я сейчас скажу правду, не знаю, пожалею об этом или нет, но у меня 200 и 50. Почему я уточнила этот вопрос у ведущего? Потому что Ксюша вскрылась, сказала, что у нее 200, у меня 200. У меня, конечно, маленький банк пипирчатый, но я думаю, что у Ксении еще меньше банк, потому что она напиздела. Поэтому, если будете кикать меня, то подумайте, у вас есть пиздобол в команде. У меня, честно, 200 и 50. У тебя 500, я пипирчатый. 750 и 200. Вот, так что подумайте, господа, я уйду честным игроком, бедным, но честным, вот. А сколько у тебя еще раз? Или не уйду? 200 и 50. Типа я думаю, вот смысл есть, типа, нет, 300 рублей всего. Давай. Следующая груша. А у Ксении может быть меньше. У меня два числа, 400 и 800. Нельзя записывать, Хесус, не надо. Я смотрю, какие у меня числа, господи, я свои числа проверяю. Вспоминаю. После каждого в телефон. Да, я смотрю, как о, бы. О, души его. И вспоминаю постоянно. Так, все, ты все сказал? Да-да-да, я все закончил. Артур? 350 и 500. У меня 500, слышь. А вот именно, какого хуя у тебя 500? Потому что у тебя не 500. А может ты пиздобол тут, а может быть ты? Опа. Потому что подождите. Ты, дядя, не можешь, блядь, два числа сказать до нуля. Подождите, вот это сразу сравнить. Стоп, стоп, давайте, у меня 1100, ну я там, ладно, стоп, давай на обсуждение побазарим. 1100, ты еще давай побазарим на обсуждение, давай. Тихо, блин. Все? У меня 300 и 700. А у кого-то 700, по-моему, было или нет? Не, у меня 750. Никого не было. Приступаем к обсуждению. А у кого 300? Разговаривайте. Короче, мы... А, бля! Короче, походу, я здесь единственная, не слышу. 350, стоп, стоп. Не понимаю, почему у тебя... Можно базарить, да? Да, можно. Не понимаю, почему у тебя 500, и у меня еще один вопрос. Если ты 0, почему Ксюха открывает стол? Это второй вопрос. И почему ты так замешкался, не назвав общую сумму сразу? Я ж сразу назвал 1100. Нет, ты 1100 и не можешь разделить. Сколько там у тебя, блядь, сколько там? Да, я тоже это знаю. 1100. Вы что, дебилы ебаные? У меня 500 и 600, нахуй, слышишь? Я хочу сказать, Арина, я у тебя... Короче, я выявил то, что здесь два пиздобола. Нет, у меня 200 и 50. Два пиздобола у нас, один Артур, другая Ксюша Модестова. Ну, у тебя то есть 50. У меня есть 10, то есть вот, два маленьких числа уже есть. Пиздобол 100% Андрей, я верю полностью Артуру. Нет, пиздобол, то и Ксюша тоже. Ксюша тоже, она ну да, тебе не было бы смысла вскрывать два маленьких числа. Да. Я не верю Ксюше, и я не верю Андрею. Мы дистальцы, короче, пиздоболы. Я уверена, что да, у них еще меньше пиписька, чем у меня. Вот. Хорошо. Но у меня, я горда своей маленькой. Не, ну по-моему, у тебя 300 всего. Типа, есть ли смысл нам сейчас спорить с тобой, слышишь? Или мы спорим, мы даже не будем защищаться. Знаешь, почему у меня нет смысла с тобой спорить на данный момент? Доказываю, у кого 200 там, да? Потому что у меня как минимум 750. У меня в любом случае банк больше твоего. И у меня тоже, если я якобы пижу, блядь. Типа 600 уже больше 300. 50 ты не могла напить, что ли, или что? Подожди. Но оно ни с кем почему не совпало. Слушай, я, может быть, и верю, Андрей, нет. А в прошлой катке оно было? Я просто не помню. В прошлой катке у меня было 800, и никто не сказал 800. Андрюха, ты свою защиту ничего говорить не будешь, тебе плохо. Да, кстати, ты оправдай себя немножко. Почему 800 сказал Груша? А числа с прошлого раунда суммируется с настоящим? Андрюха! Да, чё? Какую защиту? Оправдайся! Уже всё, уже хоронит, блядь. Я думаю, ну точнее не думаю, я знаю то, что ты врешь, типа, когда человек, вот если я, у меня попалось это число, я даже когда не знаю, как спорить, убили. Проблема в том, что типа у меня число, и меня такие загасили, я такой, блядь, а что делать, хуй знает, типа у меня 6500. Ты просто вышел с проблемой, тебя три чела гасят, и такой, да, зачем нам, Арина, с тобой спорить, нахуй тебя. Ну правильно, я типа, а что мне еще остается делать, если потому все за меня, блядь, я буду просто гасить чела, который остался Аринян, вот третий, типа, у него маленькое число самое. Ему удобно меня слить, что он пиздобол, а у меня просто маленькое число. Так у меня 600, у меня уже больше, чем у тебя, мне, типа, вообще без разницы. Ну, а вдруг тебе 50? Что 50? За место чего 50?
Почему вы оба 50, пиздите? Да. Один и два пиздят. Просто вот нет, прикол. Нет, пиздит Артур 100%, и я согласен, вот то, что Ксюша пиздит. Вообще, блядь, 20 гривен каких-то, блядь, чисто на хобби, на хот-дог. Кого? Я тебе не верю, Андрюха. Я, ты даже не защищаешь. Я против Артура 100%, потому что у меня... Ты переносишь взгляд на другого персонажа, от себя отводя. Понимаешь, от себя отводя. Ну, тебе нужно было сначала себя отправлять. А что мне еще остается делать? Защитная реакция. Что мне еще делать? Какая реакция? Просто спрятаться в кусты со своими 50 гривен? 600. Короче, я 600. 600 и 500. Единицы, либо у двойки самое, короче, из них совсем все очень плохо. Они бы не пиздели, если честно. Но мне... заметьте, как четверка и семерка тихо молчат и нихуя не говорят. А что говорить-то, блядь? А слишком я, бурно. Я, в принципе, согласен, да, с тем, что Ксюха и Андрей пиздят вместе. 800 и 400, да, у четверки? Четверка, а ты что скажешь? Я единственное, что могу сказать, ты так яро отстаиваешь свою пятихаточку, то, что я тебе начинаю верить, если честно. Не надо начинать, тут надо быть верить. Кто? Блядь, ты кому говоришь? Начинать. Так я Артуру сейчас говорю, то, что он пятихаточку отстаивает реально. Прямо ну вот, как-то. Типа, к этому тоже стоит прицепиться. Какого хуя он так яро ее, типа, отстаивает? У тебя второе число какое, Артур? Нет, какое второе тебе число? 350. 350? Почему так долго думал? 500 и 350. У меня 500 и 600. Он сразу ответил, алё, блядь. Не, нихуя, да нихуя. Он сразу тебе ответил. Я вас сразу. Короче, за Андрюху голосуем. Брат, извини. Ну, похуй, типа, голосуйте. Вы проебете деньги, а так-то мне... Ну, тут опять же, да? Слушай, тут палка двух концов. Не-не, подожди. Андрюха, пиздец ты, блядь. Ну, может быть, банк больше. Эй, я просто перебиваю. Пусть сдаешься, короче, давайте Ксюху кикнем. Что она его защищает? Зная, как он, типа, играет в эту игру, он слишком быстро сдается, и значит, он по-любому пиздит за 500. Потому что его задавили. Если бы я пиздел, я бы как раз, я же объяснился, если бы я пиздел, я бы пиздел. А если я не вру, типа, как я, что? Я даже знаю, что делать, блядь, в общем, прикол. Ладно, мы высказались, нет? Да, 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 все время вышло. Теперь каждый сейчас по одному. Сука, блядь. Высказываемся по одному, высказываем свое мнение, кто пиздобол, кого выгнать. Ксения, ну, давай. Не, раз Андрей ноль, пусть он начинает. Давай, ну. А вообще у нас смена хода, если так, не забыл ты, Вова. Типа, ну по обратке, чтобы постоянно... Посмотрите, как перекидывает, давайте, не давайте, хочет давайте говорить хорошо, первым. Начнем хорошо, начнем с первого. Хорошо, начнем. Я первый. Да, ты первый, да, начинай. Он просто забыл, давай, про смену хода, блядь. Не, ну я, как обычно, голосую за Андрея. Если вы как обычно. Я забыл, что Аринян говорила. Мне бы вот хотелось бы ее послушать по поводу Ксюши. Вот, потому что у я так понимаю, они тут вдвоем. И Ксюша, и Андрей, да? Угу, ну вот. Почему я бы остальных послушал. А так, пока за Андрея. Спасибо, злой. Мне нравится, как Андрюха меняет позы. То он вот так сидит где-то, то вот так, то уже вот так настороженно. Братик, не волнуйся, все нормально. Ты всего лишь игра, не переживай. Я буду голосовать против Андрюхи. Ксюха уже вторую игру какая-то подозрительная, как и для Фасольки, так и для Аринян, из-за каких-то смен чисел. Тебя почему-то Ксюха вторую игру подозревает. То первый круг ты открываешь, то в этой игре у тебя не состыковки с Аринян. Я буду держать тебя в подозрениях. А также, ну если Андрюха вылетит, меня посмотрим уже по игре, кто как говорит, потому что в этой игре я понял, что эмоционал решает пиздец как сильно. Если ты будешь чисто сидеть вот так, блядь, то тебе, блядь, выгонят нахуй. Так что я буду голосовать против нуля, Андрюха. Скип. Спасибо. Груша. Так, короче, послушав всех, в принципе, послушав просто, я промолчал общее обсуждение на самом деле, но Андрей слишком активно жестикулирует на самом деле. Для меня это стало какой-то проблемой и зерном самому. Я не начал даже. Вот, по поводу остальных чисел, не знаю, по поводу Ксюши могу сомневаться на самом деле, но сейчас, вот единственное, что меня напрягает, то, что Андрей, даже если он собрал, допустим, по поводу своих чисел, да, то у него один хрен банк может быть больше, чем у Аринян. Но не факт. Ну, я, в принципе, пока что все. Аринян? Ну, я, честно, вскрылась самым нищим игроком, но я не думаю, что я самая нищая, потому что, я вам сразу говорю, ну, Ксюша точно запиздела, она это уже признала, сказала, ну, у меня зато второе число все равно больше, но это, опять же, не факт, чего это второе число, и вообще никто 800 не назвал, у меня в прошлой игре было 800, тебе также могло не выпасть там 700 или еще что-то. Называли 800. А, окей, ну, одному в любом случае... В любом случае, почему первое точно пиздит, второе точно пиздит, почему они пиздят? Значит, они боятся своих чисел. Может, я вот не боюсь. И у меня, ну, 250, да, 250. Но я не пизжу. И если я не напиздела, значит, я уверена, что и первый, и второй имеют число меньше, чем у меня. Потому что иначе не было бы смысла им брать. Вот. Спасибо, Фасолька.
Так, чего бы начать? Давайте начнем с математики. У меня есть 10 и 1000, у Ринян 50, два маленьких числа, сотка вылетела. То есть на столе, по-моему, еще 75 может быть, какие-то такие цифры, то есть, скорее всего, у Ксюши или у Андрея есть маленькое число. Ксюша, если ты не хочешь, чтобы тебя сейчас кикнули, скажи честно, какое у тебя второе число, потому что у Арины 100% 200 или 250, потому что ей нет смысла такой маленький банк называть. Андрей, ну тебя Артур загасил. Я полностью верю Артуру. Вообще нет сомнений, то, что ты врешь насчет своего числа, и он 100% тебя загасил. Все, я против нолика. Спасибо, Ксюша. Дабы остаться в игре, все-таки я скажу, какое у меня число второе. Честно, честно, оно 190. Оно на 10 меньше, чем у Арины. Я это сделала, чтобы немножечко. Я это сделала, чтобы разнообразить немножечко игру. Вот, потому что я опять думала то, что игра пойдет в честном русле, как в прошлый раз. По поводу Андрея скажу, я ему тоже не верю. По поводу Артура, ну, Артур просто, блядь, я с ним играла в мафию, он тоже очень умеет прям вот так вот пиздеть, блядь. Я не знаю, я пока из них очень мечусь между ними, вот. Но у Андрея немножечко какая-то позиция уебанская, и мне она не нравится. По поводу того, что у Арины маленький банк, это тоже есть место быть. То есть, значит, по-любому у Андрея, мне кажется, банк выше, чем у Арины. Но тут дело уже выбирать, либо пиздобол, либо банк. Кого кикать. Все. Спасибо, Андрюша. Который либо, договорю за тебя, либо проебать, блядь, огромную сумму денег, блядь, в 11%. Насчет Артура, что могу сказать? У него очень большой опыт игры, соответственно, он умеет, как это, подать правильно. Соответственно, вы все ему поверили. Сейчас, Фасолька, ты в этом убедишься, и в следующем раунде, если меня сейчас выгоните, будете больше внимания обращать на то, как он пиздит. Потому что, типа, ну, я уже это понял, потому что у меня это число. Вот, что я хотел сказать. Насчет Арины и меня. 600 сейчас у кого-то здесь есть? Нету, правильно? Соответственно, блять, у меня уже больше, чем у Арины, правильно? Числа у нас не менялись. У меня больше число, соответственно, у нее меньше число. Что здесь думать, я просто понять не могу. Даже если проиграл дебаты с Артуром, 500 как бы якобы у меня нет, хотя оно у меня. Но даже если мы будем дебатиться с Аринян, то типа уже и так все понятно. Так что думайте сами. 600 и 500, я типа стою на своем. Все. Так, спасибо большое. И сейчас вы на счет 3 должны показать человека по номеру, как вы делали это ранее. Человека, которого вы хотите выгнать. Все готовы? Повторюсь, у Андрея 0. Ну, чтоб у него просто нету цифры. Раз. У меня 1100. Два. Три. Так, блять, 3. Ну, по голосованиям Андрюша ты как бы всосал, который Фолантас. 0, да, показали? Да, 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 больше 0. Сразу видно, кто тут за 10 000 пришел. Вскрывайся, честно. Вскрывайся, Андрюш, ты первый, так как проигравший. Сейчас проверим. Чем проверять 500-600, блядь, мне? Чего, блядь? Ты понимаешь, что ты остался с нами на столе, и мы это запомним. Стол помнит. Я говорю, просто немного опыта нужно, чтобы с Артуром поиграть. На самом и... деле, он искусно пиздит, блядь, Андрей, просто. Андрей, хочешь, я тебе скажу, на самом деле, я поверила тебе из-за того, что могла вылететь я. Вот о чем я и говорил. Даже если он собрал бы с одним числом, у него банк был больше, чем у Арины, поэтому я за Арину голосовал. Показывать не стоит. Они сейчас будут ко мне относиться предвзято. Ничего, Артур, я тебя поддержала. Мы сейчас можем раскрываться, да? Да. Я показываю уже цифры, да? Да, давай. Слушайте, что у тебя было? Нет, мы не вскрываемся. А почему нет, если все равно типа раунд заканчивается? Мы не вскрываемся, потому что мы тогда будем знать, кто пиздел, а кто нет. Не надо. А может... Уже знаем. Например, Артур строится, а он пиздобол. Но мы-то знаем, что он пиздобол. Как я сказал, было первое. А что мне делать? У меня 350, блядь. Ну что нахуй делать? Это неплохой банк. А какое первое число было у того чела? 450 и 100. Так нельзя записывать, блядь. Нет, те, которые вылетели, можно. Ну их тоже нельзя было, чтобы люди могли проебаться и интереснее было. Те, которые вылетели, можно, я сама записываю, потому что чтобы общий банк чекать. Ну так интересно. Вот как с Хардом бы получилось, он назвал число, которое вылетело. Вов, что ты за карточки берешь? Я это старые, которые уже вылетели. Так. Сортирую. У нас вот вылетело 2 человека. Еще 2 вылетели. Не стыдно? Андрюха, извини, но тут, а тут я успею надо сейвить жопу. Да, я тоже. Да, это да. Понятно. Ты как-то расстроился. Куда все съебались?
Да они сказали говно, игра, блядь. Я вообще, когда мы первую играли, блядь, меня нахуй вышвырнули в первом раунде. Ты пиздец. Потому что ты в первом раунде и напиздел. Когда вы играли, давно это было? Не, недавно, на той неделе. И там был хардплей? Да. Да, да, да. Ага. И чё, много пиздел? Вообще не пиздел. Вообще, вообще ни разу. Знаешь, почему мы как раз-таки сделали вот это, не записывать, собственно, вот не вскрывать всех, потому что слишком все честно играют. Да, да, здесь да. Здесь суть в том, что в пиздобол... Сейчас все заебись идет, сейчас прям как надо, блядь, прям охуенно. Сейчас я попить возьмусь? Не, возьми, на. Да, побольше пиздобол набрали. Вон Артур сидит, довольный. В смысле довольный, а что мне делать? Арину кидать? Ну да. Ну как минимум с маленьким банком. Ну как минимум я, блядь, не... Давай, я... короче, в следующем раунде ее сливаем, нахуй. Он так, он говорит, я говорю 500, он говорит, а у меня 500, я думаю, ебать, я попал, нахуй. Думаю, какого хуя у тебя 500, блядь? Ебать, я всрался, когда он сказал, у меня 500. Дай попить еще. Блин, вы что всего воду пьете, я тоже хочу. У меня сок. У меня воды нет. Чуть-чуть есть. Вон там какие-то сопли плавают. Преврати ее в вино. Так как у Ваджелинка. Своя коллекция. Слушай, какое у тебя там число было? 190? Да. Так что да. Если никому не выпадет за следующий раунд 190. Размер не главное, ребята. Ну ладно, давай дальше, полетели. В общем, начинает город спит. Все засыпаем, засыпаем, засыпаем. Засыпаем. Так, Ксения Модестова, открывайте глазки. Ксения запомнила. Фасолька, открывай глаз. Записала. Так, закрыла глазки. Аринян, открывай глазки. Записала. Спи. Груша, открывай глазки. Так, закрывай глазки. Артур, открывай глазки. Записал. Хесус, открывай глазки. Сейчас дай запишу. Угу. Угу. Такс. Ну все, все просыпаемся. Так как в прошлый раз мы начинали вскрывать числа с Ксении, начнем. А, стоп. В прошлый раз мы с... Ну давай с тебя, Хес. Мы начинали с тебя. Начинай. 450 и 10. Так что, ну, все. Спасибо, Артур. Алло. Артур. Пойдите. У Артура маленькая пиписька, я чувствую. У меня 50 и 200. А чё ты так долго отвечал? Ну ладно. А вдруг я пищу, и у меня большой банк, ты хочешь сказать? Ход гения? Подожди, еще раз, сколько? 50 и 200. А чего вы все честно начали играть? Груша. У меня 190 и 700. Аринян. Ну, я не попадаю ни под какую категорию, у меня 250 и 300. Вот. Фасолька. Блять, меня сейчас скикнут. У меня 800 и 1000. Я хочу вам сразу сказать заранее. Ребят, очень большой банк. Никто эти цифры не называл. Он у меня. Не надо, как в той игре, кикать Андрея. Не руин злой. Все. Ксения Модестл. Потом скажу. Первое число у меня 400. Второе 800. Чего? У нас два пиздобола на столе. Ксения против Ксении. Дебаты начинаются. Так. Не, у нас три пиздобола. Думаю, понимаете... Давайте мы начнем с Ксюши. Какой Ксюши? У нас дебаты, блядь. А у тебя тоже 400, что? Вот. Знаете, что скажем? На самая маленькая пиписька у тебя злой. Да, мне кажется, у тебя злой реально самая мелкая пиписька. Послушай, если я уже откажу,
Мне уже терять нечего, если у меня little penis. Но поверьте. А у тебя, кстати, по факту реально самая маленькая. Это ты еще напиздел. Это не факт. Не факт. Она у тебя на самом деле еще меньше. Давайте дослушаем, пожалуйста. Ну давай, давай, давай. Просто с кем вам лучше дальше играть? С пиздоболом, блядь, или с правдивым парнем, который 250. Ты пиздобол, пиздобол. Послушайте, как Ксюха, послушайте, как Ксюха взлетела. Как Ксюха взлетела, так что оправдывать. Ну, меня клеветать, но мы сейчас возьмемся за тебя. Почему у вас две Ксюхи одинаковое число, типа? Ну потому... Я уже готова сказать. Ксюша, не иди по стопам злого. Злой, ты сыграл хорошо, очень хорошо, ты свою жопу вытащил. Но ты проебал огромный банк, тебе нужно было к Екатерину с маленьким банком. Ксюша, у меня 800 и 1000. Если ты сейчас кикнешь такой большой банк, это сколько процентов? Это почти 20% от банка? Серьезно? Но, хотя смотри, бы подумай, я тебя умоляю. Смотри, я, например, в принципе... Кто пиздит? Я тебе, в принципе, элементарно я не думаю, верю. Что мне назвать, кто пиздит, да? Нет. В принципе, элементарно не верю, но потому что, блядь, сорвать такой слишком большой банк, но это Unreal, не знаю. Может быть, тебе, конечно, повезло там у тебя и реально... Но ты же понимаешь, что бред, ты срывала такие же банки в прошлых играх. Нет. Да, опа, ты срывала большие банки. Срывала. Ты 1200 срывала, и сколько, 7000 ты срывала? А давай я тебе так скажу, я первый срывала 200 и 700, второй я срывала 190, 700, 50, сейчас я срываю 800 и 400. Короче, Ксюха, три хода подряд тебя подозревают, я тебе говорил, что я буду против тебя голосовать, потому что ты... Я буду против Ксюши голосовать, у тебя нет обижайся. Конечно, я не знаю, как у тебя банк, меня голосовать, потому что я вдруг назвала такое же число, как у тебя, хотя, блядь, ты могла сказать это число элементарно, потому что его до этого никто не назвал, а я была... Я бы не стала отстаивать, понимаешь? Ты могла специально сказать большой банк, чтобы тебе сказать... Бля, у меня, уже есть косарь, у меня уже есть косарь, я бы не стала отстаивать, если бы я не была пиздоболом. У меня 1800, я белая и пушистая. У меня и 800, и сколько, что? Сколько у тебя, Ксю? 800 и 400. У кого-то же еще было 400, нет? Было в прошлой игре, у четверки. У меня 450. Не, 800 и 400 было же у четверки, нет? Ксюша, послушай, У меня было, но они не вышли. 800 и 1000. 1000 никто не оспаривал. У меня точно есть 1000. Я бы сейчас отступила, если бы у меня не было 800. Но я буду душить тебя до конца, потому что... Ну, я лично считаю, то, что ты специально назвала 800, зная то, что это число есть, и оно не ушло. А как она может узнать? Чтобы тебя не подозревали, как я могла потому это знать? Что у меня большой банк, у меня большой банк. А как она может я знать, я бы назвала 1010, 1050, у меня 1800. А нет, у тебя 800. Потому что 50... Там и 10 там уже назвали. Естественно, ты уже не сказал. А смысл тебе бороться с Артуром или с Хесусом? Артур... А смысл мне тебя душить? Артур по-любому тебя задушит, даже элементарно то, что знаешь. Я что не буду ее душить, во-первых. Я бы лучше тебя задушил. Короче, тут война либо один пиздобол, либо шестерка с маленькой пиписькой. Маленькая пиписька это не беда, а вот пиздобол это беда. Главное уметь ей пользоваться, поверьте. Ну смотри, Арин, ты не забыл, ой, блядь, что Артур, в прошлом нахуй он спиздел и выгнал было банк больше, чем у него самого. То есть, братан, пальцев на руках не хватит. Пытаешься на Артура переключиться, когда я сделала про 800. Слушай, набрала с одним числом, она у них совпало одно число. Она говорит, что надо выгнать пиздобола, по факту и Артур является тоже пиздоболом. У нее не совпало ни с кем 400, понимаешь? Даже если она соврала с одним числом, то есть у нее с посолька совпали числа, у нее 400 и остается. Согласен, Ксюха, почему ты каждых три круга у тебя какое-то одно вранье, какие-то несовпадения с кем-то? Блядь. В первой игре. А ты зачем если ты сейчас не напиздил, ты бы осталась. Зачем я говорю цифру 800 цифра после фасольки, я ничего не понимаю. Ты первая начинаешь, у тебя сразу несовпадение. Блять, что это? Ты даже вторая говоришь, последняя, у тебя все равно не совпадение. Ёбаный сын. Да не в этом фигня, ты же слышала цифры. Какие у Артура маленькое число, прошлую у Хесуса небольшое. Прошлую катку я сказала это, чтобы сделать поинтереснее. Сейчас я говорю свои числа, потому что нормальный банк. Поинтереснее, 190 нету. 190 нету. Не, есть 3 перса. Есть 190, у меня. А, поэтому, да, блядь, я это делаю ради интереса, на 10 рублей подняла. Смысл мне, блядь, на такую огромную поднимать, блядь, сумму, что... Не знаю, я буду тебя кикать, потому что ты не отступаешь. Хотя ты могла сейчас отступить, блядь, мы бы кикнули Артура. Ты точно так же не отступаешь, блядь. У меня 2000 почти, блядь, не кикайте, у меня большой банк. Все, ну, блядь. А у кого-то совпало с 1000? У кого 1000? Большой банк, это... Большие яйца. Я считаю, что Ксюха врет. Кикаем ее. А, ну ты, конечно, с маленькой пиписькой-то, конечно. Я зато... Слушай, злой, а ты можешь обосновать, почему она врет? Я тебе говорю, адекват, почему. Смотри, три круга мы играем, она всегда у подозрений. Всегда. Всегда. Может, она просто играть не умеет тогда. Тогда она точно пиздела. Это почему?
Может, три раза просто попробовать пиздить. Ну, кто-то, сука, уже наконец-то поверит мне, блядь, в этой игре. Я никогда не поверю, блядь. Три объясни раза мне, она... зачем ей выбирать, говорить 800, если у вас только были. Давай, может, уже на тебя. Она могла другой число сказать. Ну, могла, почему она не сказала? Сука, блядь. Чего он кричит? Почему она не сказала? Спасибо, спасибо. Сейчас все по очереди высказывают свое мнение. Начнем с Ксюши. Ксюша. Смотри, еще раз объясняю. Ты, я сейчас играю конкретно с фасолькой. Но я скажу сразу, я не буду голосовать против нее, я буду голосовать против маленького банка, потому что это выгоднее для банка. Но я тебе просто скажу то, что ты могла специально сказать такое число, потому что оно не называлось, и маленькие, в принципе, назвались, и ты такая, блядь, маленьких нет, надо что-то сказать, то, что не называлось, чтобы у меня, ну... хоть как-то что-то сошлось, и было более-менее нормально, и мне поверили, у меня был хороший банк. Поэтому ты назвала мое число, потому что я еще не назвала свои числа, вот все. То есть я больше, чем уверена. И знаешь, какое число не выходило? 750. Возможно, у тебя 750. Ты себе накинула, и все. Это мое мнение. Я все сказала, да. Фасолька. Ксюш, я не играю по тактике, я возьму вместо 190 200. Я не вижу в этом смысла. Это пиздец вообще, блядь. Нет смысла, я бы назвала 750. Я не понимаю, ну блин, я вообще не понимаю твоей логики. Маленький банк у Хесуса, самый маленький у Артура. Пропала. Стой, пропала. А. На чем ты перестал меня слышать? Все, да здесь-то я тебя слышала. А на чем я остановилась? На панче про накидывание. А, объясни, пожалуйста, почему ты решила со мной дебатиться? На кой это тебе? Ну ладно, потому хорошо, ты не можешь говорить, число. Так что я это просто, это риторический вопрос. Я хочу тебя кикнуть, потому что если мы сейчас этого не сделаем, ты будешь пиздеть дальше, я об этом знаю. Артур, конечно, тоже любит пиздеть, но он в этот раз сыграл честно, поэтому я ему буду верить, а тебе я верить не буду. Я буду голосовать против тебя по-любому. Все. Аринян? Ну, хоть и я и выиграла в тот раз Андрея со своей маленькой пиписькой, но вообще я не считаю, что это было правильным решением. Я бы себя кикнула, Артур, но я не буду сейчас голосовать против тебя, потому что это очень круто, будучи парнем, сознаться, что у тебя маленькая пиписька, и еще после в такой игре, и мне глупо будет голосовать против тебя, учитывая, что я была на твоей ситуации в прошлом ходу, вот, поэтому я буду против Ксюши, потому что она реально пиздит уже получается, вторую игру, потому что первую она не пиздела, хотя она могла там напиздеть. Вот, то есть, получается, мы просто кикаем пиздоболы, чтобы дальше были игры более честными и... честными. Вот. И легче. Легче и честней. Вот так вот. Так что я против одного, скорее всего. Но вообще, наверное, шестого надо было бы кикнуть. Пора бы уже. Груша? Но тут просто, опять же, палка о двух концах. Если гнаться за деньгами, то кикать шестерку. Если вычислять пиздобола, соответственно, кикать Ксюшу. Потому что число 400 ни у кого не было, и у нее явно больше, чем у злого, да, допустим. Поэтому просто сейчас вот пусть ее послушают, примут решение правильное. Я свое решение пока говорить не буду, но вот две позиции свои я высказал. Артур? Что-то так он высказывает, тоже он подозрительный парень. Ну ничего. Просто прошлым разом я видел, как они вдвоем хотели Little Bang кикнуть Арину. Вот Хесус и четверка они поднимали. Но за Сюху тут и так всем словом сказано, во-первых. Потому что три раза она что-то играет. Я не могу понять, ты могла бы сказать рандомное другое число, и бы все сошлись на мне и кикнули бы меня. Но ты что-то типа такое делаешь, что все думают, что ты врешь. Возможно, даже первое число неправдивое, даже второе. Может, у тебя банк еще меньше, чем у меня по факту. Мы об этом не можем знать, потому что, типа, зачем говорить то же самое число, что и фасольки, хотя ты закрываешь стол, это непонятно. Ну, это понятно, что я буду против Ксюхи голосовать, у меня выхода нет, потому что я little pussy, little penis, блядь. Все. Хесус? Ну, я могу сказать то же самое, да, скорее всего, придется голосовать против Ксюхи, да. А еще вот, да, Артур, надо бы тебя, ну, блядь, тоже, как бы, выкинуть нахуй, ты очень много врешь, учитывая предыдущие игры, и дальше с тобой будет сложно, знаешь, спорить. Поэтому, ну, тебя тоже надо вот как-то это самое. Ебать, я врагов собирал. Вообще, тебя надо отсюда пинать, короче. Ну, все.
Так, мы решили. Получается, сейчас голосуем. На счет три показывайте на пальцах числа. Раз, два, три. Ну, тут как бы единогласно. Просто скрывайтесь. Знаешь, если подумать, я просто, ну, Андрюху и Ксюху выгнал. Да в прошлый раз так же будет. Пригласили на шоу, взял, выгнал. Ксения, скрывайтесь. Так показываем эти числа. Чё там? Зачем? Зачем? Да потому что вы не пиздите, вы не играете, блядь. А ничего. Зачем ты всего на 50 подняла? Откуда ты знаешь, что мы не пиздим? Подожди. Я тоже пиздит. Смотрите на него. Не-не, серьезно, откуда ты знаешь, что мы не пиздим? Типа. Ну потому что вы назвали все числа, которые не ушли, все и ни у кого не попалось, вот все. Я вообще ничего не записываю. Я даже свои не запоминаю, блядь, я вам серьезно. Если бы я запоминал еще, да, числа чужих, других людей. Не, хорошо, так, это у нас получается 400 и 750 ушло, да? Подожди, нас надо одного кикнуть или что? Или как один должен остаться, чел, или сколько? Вообще всё, сейчас еще один раунд. Двое? Сейчас еще один раунд первого хода. Четвертый уходит, и четыре участника проходят следующий этап, другой. Там расскажем уже, как будет идти. Так, сейчас я уменьшаю числа. В принципе, Вов, если хочешь, я могу провести. Ну, ты куда? Смотри, ты смотришь, когда хочешь участвовать. Я ведущий, не все. Банк пока составляет вот сколько. Так, сейчас я быстренько прям перемешаю. Слушайте, 200 это неплохо. Мы рейс 50, мы рейс 90. Мы сапки проебали. В смысле? Чел говорил, если мы выиграем, подарит. Сколько, сколько? Да хуя. Столько, сколько банк должен был бы. А, да? Выиграли бы 10 тысяч, там плюс-минус на 10 тысяч бы сапок. Бля, 10 тысяч. В принципе, он может ко мне пойти тогда. Кого ты? А, ну можно и ко мне. Понятно, блядь. Еще девочек мало, маленьких. Ариньян есть, фасолька есть. Так, ну ладно, давайте пойдем дальше. Так, начинаем. Гора засыпает. Просыпается... Так, еще не все заснули. Просыпается фасолька. Гора долбает. Так, фасолька заснула, просыпается Аринян. Аринян заснула, просыпается... Сейчас, 5 секунд. Просыпается Груша. Угу. Груша засыпает, просыпается Артур. А где Жека? Он все спит. Артур заснул и просыпается Хесус. Ух. Сейчас дай запишу. Угу. Подожди. И еще раз. Ага. Все. Просыпается весь город. Начнем этот опрос с Ксении Фасольки. Ксения, ваше слово. У меня маленький банк. 50 и 700. Все. Арнян? Точно так же, как и в той прошлой игре, 300 и 250. Ни туда, ни сюда. Нормальные цифры, 250 и... Господи, 300 и 250. Груша? А тебя не слышно, не слышно, нету звука. Да, все оттуда. У меня 10 и 7 сотен. Артур? 800 и 150. И Хесус? 1000 и 190. Угу. Начинаем дебат. Получается, у меня самый большой пока. Кто-то мясо, потому что нету цифры 50. Нету цифры 50. У меня 50, у меня 50, у меня 50. Блядь, у меня 700 и 50. 50 и 700 у тебя, да? Да, у меня 700 и 50. Но мне кажется, Ариньян пиздит. Не, подожди, тут фасолька врет, Я скажу сразу, тут врет фасолька, потому что мне после нее нет смысла повторять число, я в своем фейсе. Ксюше тоже не было смысла после меня называть 800, но она назвала после меня 800. Тем не менее, она недалеко ушла. У нас одинаковые цифры, он говорит, что 700. У меня 800. У меня 700, я утверждаю, что мне фасоль. Мне четвертый не нравился, потому что, блядь, когда был, типа, больше все в не верили, и ты мне говорил, типа, ой, брат, я тебе так верю, ебать, все, я тебя, блядь, убежден. И он, блядь, кидывает в тройку, а не в Андрюху. Мне вот эти мувы подозрительные. Но, опять же, смотри, я был прав, потому что я кикал самый маленький банк, и я в итоге Андрюхе поверил. Что ты поверил? Ты в него... Поверил то, что у него банк больше, чем у Арины.
Так а нахуя ты мне тогда врал, что ты в меня веришь? Ну, так твоим словам-то я поверил, но в итоге я решил... А какой, погоди, какое у тебя второе число, ты говорил? У кого? У тебя. У меня 10 и 700. Вы можете включить чат, но все равно... Значит, у тебя еще не 700, еще меньше. Да-да-да, чат... Нет, это у тебя меньше. Я больше чем уверен, потому что у тебя банк самый маленький. Самый маленький на данном столе сейчас у Арины, но я уверена, что это не так. Я уверена, что у тебя может быть 200. 200 ни у кого нет? Привет. 800 и 150. У тебя может быть 210. Я вот, в этом именно уверен. У тебя это число и есть. Я в своих цифрах абсолютно уверен. Блять, он пиздит. Нет, она пиздит, Артур, она сразу назвала цифру, которой не хватает, подумай. Нет, ты предположила, на столе еще есть 250, Нет, ты предположила именно потому, что у тебя маленький банк, и у тебя, скорее всего, это число. Да. Я готова с тобой дебатиться, потому что я знаю то, что 700 у меня. Мне нет смысла называть 700 и 50, я бы назвала больше. Он говорит как-то в одну сторону, прямо. Ну, потому что у меня непосредственно сейчас с одним человеком совпало. У меня такая цифра, у тебя не такая цифра. Артур. Я уверена, что у него не такая цифра. Арина, послушай, я назвала рандомную цифру. Я ее даже не знаю, ее могло быть и не быть на столе. Я даже забыла, какие вообще цифры уже вышли. Поэтому ты можешь играть против меня, но ты ставишь на столе пиздобола. Ничего, я знаю. Потому что 700 и 10, 10 одно, и второе, я не знаю, какое у него число, но оно 100%. 190 кто-то назвал? Я. Да. Ты назвал. Хорошо, 190 есть, окей. Ну вот ты исключила все числа, кроме своего, именно 200. Потому что я слушала, я назвала одно рандомное число. Ну, я слышала, же, у кого какие игра либо цифры. На память, либо на внимательность, я точно не знаю, но у тебя не 700. У меня 700. У тебя не 700. Я бы назвала тогда цифру побольше, если у меня второе 50, а вот зачем? У тебя второе 10. Зачем? Чтобы остаться в игре, если бы я пиздела, что ты сейчас делаешь? Ты же вскрываешься после меня, и твой главный аргумент — я вскрываюсь после тебя. Я напомню, что Ксюша тоже вскрывалась после меня. Это не главный аргумент, ты слишком много говоришь сейчас, я в своих словах уверен полностью. Да, ты говоришь в одни ворота. И что? Ну, у меня с тобой непосредственно сейчас совпало число, и мне выгоднее сейчас выгнать пиздобола. Я вижу, что ты придерживаешься позицию. Чем более спокойным я буду, тем больше будет доверия. Мало того, что ты врешь, так у тебя еще, скорее всего, самый маленький банк. Нет. Бля, что-то не факт, там нихуя непонятно, бля, что не пиздят. Мне кажется, четвертый пиздит больше, потому что вот это вот слова, типа, я уверен в своих словах. Нахуй ты это говоришь? Ты типа сам себя пытаешься убедить, что ты не врешь, да? Нет, я не себя убеждаю. Я могу сказать только одно, то, что фасолька сейчас топит за большее число, чтобы не проебаться именно в банке. Я бы тогда взяла гораздо больше число, чем 700. Итак, время вышло, теперь мы поодиночке высказываем свое мнение. Давайте. Фасолька. Ну, по-моему, очевидно, что буду говорить против Триперса, по одной простой причине, у него цифра такая же, как и у меня. А у Арины не самый маленький банк, я в этом уверена, я знаю, что это у Триперс. А, конечно, да, я предположила, попала в точку, и это будет меня гасить, скорее всего, сейчас, но то, что у тебя самый маленький банк, это факт. Все, мой голос против четверки. Аринян? Я верю больше... Получается, Триперсу, потому что, Ксюша, при всем уважении, но ты сначала сказала, что у меня самый маленький банк, потом ты взяла свои слова назад, сказала, что у него самый маленький, хотя, ну, это правда, потому что у меня далеко не самый маленький, у меня 550. Вот, а ты сразу четко попала в число, хотя потом ты спросила 190 у кого, ну, то есть ты могла назвать и 190, ты могла назвать и вторую цифру Хесуса, я, кстати, не знаю, какая вторая цифра Хесуса. 190 тысяч. И 1000, вот, то есть ты назвала именно 200, 10 или 200, там где-то так. Поэтому по фактам чисто разъеб идет тебя, но по эмоционалу мне, конечно, не нравится больше Триперс, потому что он действительно говорит очень много то, что я уверен в своих словах, вот это то, сё. Вот, я не знаю, опять же, либо 2, либо 4, я в полной защите, я не боюсь, что у меня самый маленький банк, то точно у пиздоболов самый маленький банк, по-любому, вот, я все. Груша? Опять же, сейчас, я вот изначально, когда услышал банк Арины, подумал на нее, да, соответственно, услышав просто вот эту цифру в 700, которая у меня сейчас находится, я больше чем уверен, что вот эта цифра 200, которую ты тыкнула Хесуса, именно находится у тебя. Соответственно, помимо того, что ты врешь, так у тебя еще самый маленький банк, я больше чем в этом уверен, и надеюсь, что кто-то поверит в это на самом деле. Артур? Ну, я увидел, как изменилась манера речи у четверки,
И мне это очень сильно не понравилось. Просто безумное убеждение того, что я уверен, а ты вообще к нам не обращаешься, типа, и нас какой-то поддержки не ищешь, ты пытаешься сам задушить. Хотя мог бы нас бы постараться убедить в том, что фасолька так не права. И да плюс я буду голосовать против четверки, потому что в прошлой игре со мной играла фасолька, и не хочется как-то ее выгонять. И мне больше кажется, что она не врет быстрее, больше, чем врет. Так что я буду против четверки голосовать однозначно. Хесус? Бля, как сложно-то, а. Я в этих числах вообще запутался. Я думала, у него камера зависла. Меня? Да не, это я просто замер. Потому что я напряжен и пытаюсь, блядь, понять, кто из вас врет. Я не знаю, я... Наверное, я буду за двойку голосовать, хз. Все. На счет три мы начнем голосовать. Раз, два, три. Ой, блядь! Хесус. Ну, большая часть проголосовала за фасольку. Фасолька. Как это? Не-не, было три. Три против. Три двойки. Угу. И да. Одна всего. Ого, давай посмотрим. И два точнее. Так, сейчас, подожди, ты была первая. Какие у тебя были цифры? Показывай. Ооо! Да, напоролась на 200. Вот, вот, а, вот. Да! Извиняюсь тогда, молодец, блядь. Я поверил, я поверил. Если бы не сказала 200, я бы тебя нахуй кикнула. Это карма, сука, это. Да, 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 ты вот просто сама проебалась немножко с числом. Какой там 200 и что было, 50, да? И 50. Да, 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 да. А почему идут цифры в паре, я не понимаю, это всегда типа что ли цифры? Не, а что, вот эти цифры теперь не выпадут в следующем раунде? Сейчас, сейчас эти выпали, раунд. Сейчас я добавляю... Я что-то вообще запутался. Добавляю 4 рандомные карточки, вы эти цифры не знаете. Следовательно, объясню, вы можете напиздеть цифрами. Я сейчас добавляю 4 карты с номерами. Вы их не знаете, и это для вас дает шанс напиздеть. То есть я, к примеру, там, у меня там 500, а сейчас по 3 цифры же давать? Да. Вы по 3 цифры, да. Объясняю, сейчас у каждого будет по 3 цифры, вы обязаны сказать правду цифру одну. Которая... Вторую. Вторую, вторую. Вторую. То есть я вам даю, к примеру, 100, 200, 100. Ну, к примеру, вы должны назвать 200. Честно. Правдиво. Не пиздешь, а правдиво. Угу. Вот. А с двумя другими как хотите. Да, а с двумя другими уже там сами решаете. Можете правду, можете нет. Так, так вы играете этот раунд, пока не останется два человека. Угу. Так, сейчас так. То есть двоих вы должны кикнуть. Все готовы? Город спит. Так, а сколько там у нас? Просыпается Аринян. Аринян засыпает, просыпается Груша. Прям так с каким каменным лицом сидишь, точно запомнишь? Три цифры. Просыпается Артур. Сейчас я буду записывать, и, блядь, забуду. Угу. Угу. Это его обязан назвать? Да, его ты должен назвать. Артур спит. Просыпается Хесус. Так, это первое, да? Да, 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 да. Получается сейчас. Ага, записал. Ага. Ух, нормально. Город просыпается. Начнем по очередке, так как в прошлый раз мы начинали. Ну, по очередности мы заодно вперед начнем. Хесус, твои цифры. Я. Твоя цифра. Окей, я скажу честно. Вторая. А, подожди. Вторая. Одну надо говорить? Вообще, да. Ну как, получается, сперва же две. Тебе нужно назвать вторую, честно, и больше никакие. Да, да, да. И больше никакие. 240. Это правда. Ну и вторые уже, получается, Ксюша называет, нет? Да, вот, они остальные. Называют, но уже... И вот, повторюсь,
второе число вы говорите то, сейчас которое у вас, микрофон. Остальные можете придумать, можете продолжить. Да я им скажу. Стой, подожди, Вов, стой. Да-да-да, и остальные два. Говори, Андрей. Вам выдали три карточки, на каждых трех карточках разные числа. Говорите сейчас только вторую, вот эту вот вторую, по чесноку, чесноку, все. Как я и сказал. Остальные две можете пиздеть. Средняя карта просто показывает вас, типа, какой вы крутой, если она у вас большая. Соответственно, другие вы не раскрываете, можете их пиздеть. Вторую я уже сказал. Да, да, вторую. Все. Значит, остальные 155 и 300. То есть получается 240, 155 и 300. Так, все. Артур. 700. Остальные? А я не скажу. А надо бы. А можно говорить? А что, можно не говорить? Ну, вообще, по сути, нет. Я что, дурак, блядь, говорить? Вообще, по сути, нет. По сути, нет, нельзя. 700. Ну, а остальные два числа. Не-не-не, остальные надо говорить. Нет, ну, как мы играть-то будем? Неправда. Неправда, ты можешь спиздеть, если хочешь. 200 и 10. Чё? Так, 200 и 10. Да. Груша. Не 200 и 10, 250 и 10, сука. Я забыл. 250 и 10. Угу. Груша. Второе число 390, первое и третье 1850. Ой, ну это сразу пиздобол. Ага. Ты в прошлый раз так говорил. Нихуя он взял, блядь. Сразу. Аринян. Честно говорю, что у меня второе число это 800, поэтому я еще ты живу. Чего? И первое 150, третье 190. Начинаем дебат. Кого ну, первого? Я тут самый мелкий, да, походу, если что-то по чесноку. Не, брат, мне кажется, пиздит, что... Да. Четверка пиздит, что скажешь. Четверка пиздик. Да, 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 ожидаем. Пиздик. Конечно, ожидаем, а нихуя ты... У тебя у меня 350 и 1800! Чел, 1850. Ну, нихуя тебе не повезло, 850 да? вообще не было в игре. Было. Мы добавили 4 карты рандомно. Не забывай. Да, все, все. Бью себя по губам. Я уже какой раз говорю, что ты проебываешь. Я бы мог сказать 2000 и 3000. Получается, так. Да? Мог бы сказать. Но по факту я типа не самый маленький. И... Но мне надо найти пола. Да. А что если никто не спиздил вообще? Да, значит ты вылетаешь, Хесус. Бля. Это не туда ты пошел. Хесус, если ты будешь молчать, ты просто нахуй кикнем. А что тебе? Я все честно сказал, произнес. 155, 240, 300, все. Ну тогда вылетай, блядь, раз ты не видел. То есть вы хотите сказать, что четвертый не пиздобол, да? Опа, то есть у него реально такие Ну тысячу никто не сказал. Тысяча, значит, 800. У него точно есть. Тысяча у него точно есть. А никто не сказал, потому что, блядь, ну... Это слишком большая сумма. И только он осмелился это сделать. А тысяча была в игре. Она тысяча не выходила. Да. И он подожди. Постоянно у него такие... У меня тысяча же была в прошлый, или это что-то не считается? Я тоже не понял, брат. Вылетает, я... Вылетают только те карты, которые проиграли в раунде. Да, но у нас... Брат. Он пиздит. Не, по факту... Да не пиздит он, ему нет смысла пиздеть про тысячу. Пиздит Иисус. Я пизжу? Не, он... Хотя стойте, стойте, подождите. По факту, то есть у нас карт больше, чем нас, то есть тысяча мы могла не выпасть, если нам прибавилось 4 карты, или я опять какую-то хуйню несу. Тысяча как изначально не выходила, добавились новые карты, среди которых 850. Иисус, прием, wake up, база 415, ответьте. Я говорю, он пиздит. Вы мне сейчас... скажете? Нет, я вы идея, понимаю... да. Какие-то карты не могли выпасть, потому что нет, 4 карты прибавились. Арин, все правильно, смотри, к... Вас четверо, 4 на 2, 8 карт, добавились 4, 12. 12 раздели на 4, их по 3 карты. Я рот ебал этот микрофон. Конечно, я тупая, ну тупая, тупая. Ладно, я думаю просто про 2 карты, забей. Он пиздит или нет, скажи мне. Нет, он не пиздит. Мы в любом случае Хесуса выкидываем. А что если он пиздит, Артур? А что если Артур пиздит? А чё мне пиздить, меня 700 правдиво. А ты напомни, слова, напомни цифры свои еще раз. 700, 250 и 10, блядь. 700, 250 и 10. А у Хесуса какие числа? Мне кажется, у тебя нихуя не 700, братан. Блядь, это правдивое слово, его надо говорить правдивое. Самое смешное, что у Артура есть, мы можем его тоже кикнуть, подумайте, потому что у него есть десятка, нам десятка вообще нахуй не нужна, нахуй. Нет, давайте нет, прибавим. Это очень маленькая часть. Да, 700, все правильно, кстати. Тебе нужна как бы... 700, у тебя 700 плюс 250, правильно? Плюс 250, это сколько? Это 950. Хесус, твое число, фул число какое?
У меня 155, 240, 300. А, это ебать, сколько? Читай нахуй, это сложно для тебя, не надо. Дай калькулятор раскрою. Если ты сейчас будешь молчать, мы тебя просто кикаем, потому что не с кем-то тут. Не-не-не, Артур, погоди, тут еще надо подумать, возможно, тут 6-7. Если ты спиздил про 700, то у тебя получается меньше, чем у меня. 700 это второе число, 700 это второе число, нельзя было врать. Нет, это второе число, он не врет. А, это второе, да, а первое и третье еще раз? 250. Я бы мог сказать 800, блядь, там 400. И мне похуй, я сижу каменным ебалом. А ты сидишь, я тебе говорю, я тебе хочу помочь. 800 у меня. Я хочу тебе помочь, я хочу спросить тебя. Четверка пиздит, ты сидишь, и вот ноль эмоций, ноль слов. Да потому что он понимает, что он сейчас вылезет. А он сидит. Самый маленький бан. Я говорю, он пиздит, да, и чё. Это просто мой не уверен. Ну ты посмотри на его глаза, ну он же, блядь, ну родился уже. Хочу заметить, изначально в начале игры Адониан спросила, можно ли кооперироваться и выкидывать там игроков тех, кто... Ну тут оно и начинается, понимаешь? Блядь, надо было мне спиздеть, ну ёб твою мать. Короче, кикаем Хесуса, потому что он вареный сидит, я не вижу. Ну тут реально как бы, чё докажешь? Ну а ты сидишь, ты... Но погодите, давайте подумаем дальше. Почему мы должны его кикать? А, Артур, на самом деле мы можем еще и тебя кикнуть. Арина, вы да, нахуй. Ну нам десятка нахуй не нужна. Нам, возможно, сумма чисел потом даст больше. Арина, да, и как бы ты не развивала игру, Хисусу вообще похуй, он уже проиграл, понимаешь? Он уже проиграл. Он не чувствует победы. Бля, я не знаю, я тебе хуйню... Не знаю, погодите. Единственное, что я могу сказать, со злым дальше сложнее будет. Ну, вот, если у Артура 700, ну, скорее всего, да, у него будет больше, чем у меня. Ну, даже если он спиздел, ну, наверное, да. Не-не-не. Ну, тут, наверное, мне уходить придется. По факту у меня маленький писюн. Но нам эта десятка просто вообще не нужна. И 200 тоже небольшое число, чтобы из-за него... Ты там вот это сиди, блядь. Не, Артур, я за тебя... Ты остаешься просто выигрывая Хесуса. Но в дальнейшем, если мы хотим... Вот, опять я и говорю. Не поебать, я могу сейчас четверку задушить, потому что у него овер большой банк, и это вряд ли... Да, но это нормально. У него реальное число. У него 1000. Он бы мог, он мог сказать, типа, что угодно. Он мог угодно, сказать 25, ну, нахуй, и 15. Да, и оно тоже будет реально, то есть, да, ну, как бы... 1800, время вышло. Давайте по очереди. А в итоге Ариньян всех наебал. Ариньян, начинай. Не, ну, как бы, я, конечно, Хесусу надо кикнуть. Привет, так, привет. Если думать, но если мы думаем... Но, если тут уже... Тут, понимаете, тут уже второй раунд не просто так нам дан. Не просто так. Потому что нужна сумма в банке, не просто так большая. И десятка, вот просто ее бы, по-хорошему ее бы убрать. Возможно, мы ее уберем в следующем раунде. Вот, 700 хорошее число, 200 так себе. Вот, а десятка вообще не нужна. А у Хесуса все такие как бы среднячковые числа, они могут порешать потом. Но это не точно. Как бы, ну, не знаю, ну я, блин, первый раз играю, поэтому это я так рассуждаю, умничаю, на самом деле какую-то хуйню несу. Вот, кикаем Хесуса, всем спасибо. Груша. Ну, опять же, за самый маленький банк голосовать как вариант, да, но, опять же, со злым дальше будет сложнее, если честно. Ну, типа, я на самом деле отдал бы предпочтение за злого, потому что вот если подумать, просто дальше будет сложнее с ним. Потому что я с ним не знаком был, сейчас я уже понял, что он реально может врать. Вы чё, блядь? Я ни разу не врал за все. Поэтому вот, и поэтому, если честно, я готов был бы пожертвовать числом 700 и выкинуть 210, там сколько, я не помню, чем кикать средние числа по типу 300-400. Ну, я все. Это у меня задержка, или он так долго говорит, блядь, я не могу понять просто. Как, я не могу врать, у меня 700 посередине, Хесус, вейка, блядь. Я пытаюсь тебя вытащить просто, хоть чуть-чуть потащить. Сейчас никто не говорит, что ты врешь сейчас. Говорят, типа, в будущем ты будешь пиздеть жестко, поэтому тебя лучше сейчас выкинуть, чтобы ты не пиздел потом. Да не вот пищу я, ебать, у меня 700, это правдивое число. У меня 10 и 250. Да я не говорю, что ты сейчас пиздишь. Я вообще копить, ебаные, блядь. Вот. Я же не говорю, что ты сейчас пиздишь. Ты потом будешь пиздеть. 1850. Ты дурак, блядь. Ты сейчас пиздишь. Я говорю тебе, я 5 раз тебе говорю. Четверка пиздит, ты такой сидишь. Да! Возможно, он пиздит, окей, да. Мы по очереди говорим. Просто я сейчас смотрю на реакцию Модестал, как бы, и они смеются, знаешь, когда речь заходит о четвертом. И возможно, ну, типа, они-то знают, они-то все видели. Вот, и это палево такое, знаешь. Так что да, скорее всего, он реально пиздит, блядь. Он реально пиздит.
И когда начинаешь говорить про него, что он пиздит, он сразу курить начинает. Он, то есть, он переживает. Видишь, как я постоянно это делаю. Не-не-не-не-не, у тебя есть перерывы. А когда про тебя речь заходит, опять смотри. Иисус, давай. С тобой тогда голосуем против четверки. Ну, если вы сейчас кикнете четверку, вы потеряете очень большой банк. Да, нет, что, ребят, вы совсем... Я не знаю, тут или против шестого, да, чтобы потом проще было. А он пиздит. Я понимаю, что не пиздит, но потом-то вам хуже будет. Вам-то хуже. Долбоёб, я с тобой... Блядь, я ебу на... игру, блядь. Дальше хуже будет со злым, это 100%. Поэтому... Я говорю, четвертый хоть и пиздобол, но говорит правильно, как бы, да? Я не буду с ним сотрудничать, это пиздец какой-то. Я хочу, говорю, я с тобой голосую. Давайте шестерку выгоним нахуй. Ёбаный рот, блядь. Я, блядь... Нет, короче, блядь, давай вот это скип нахуй склон. Все, дочим, заканчиваем, голосуем. На счет 3 показываем числа. Ариньян 3, Груша 4, Артур 6, Хесус 7. 1, 2, 3. 7, 6. Еще говорю. Продолжаются дебаты. Только двух сейчас человек. Сейчас получается либо 6, либо 7. Что, Ксюш? Шестерка и семерка дебатится. Я реально рекомендую меня оставить. Ну, что тебе потом раз? Проще шестерка, будет. А, сейчас, короче, шестерка и семерка у вас дебат. В итоге мы с тобой вдвоем потом останемся и все. И мы выиграем. Ты понимаешь? А. Я все время был не, за я тобой. Все понимаю, но ты отлетаешь, бро. Сори. Я понимаю, да, но выживает сильнейший, понимаешь? Какой? Тебе нет выбора, ты пиздишь. Блять, вы еще нахуй на столе? Я сейчас не пизжу, у меня настоящие цифры, понимаешь, да? Вы ради десятки хотите меня выгнать? Да. Вы ёбнулись, блядь. Не ради десятки. Не ради десятки, нет. Вы боитесь, что я вас задушу в конце? Да. А потому что так и будет. Так и будет, я согласен полностью. Я сразу об этом сказал. Нет, блядь. Да я не буду душить, я правду сказал только что. А, то есть ты будешь поддаваться в итоге, да? Как поддаваться? Я первый раз, как и ты, играю, ёбаный снич. Просто сидит чел, блядь, с мелочью в карманах, блядь. Тут ваш сидит. В офлайне, блядь. Ёбаный снич, выгоняйте его нахуй. В офлайне, блядь. Почти офлайн, только офлайн, гайз. Я вам говорю, тут дело пахнет, да ёбаный рот, блядь, не шутно. Только не надо, бля, осуждают твои соски там и прочее, что у тебя там под кофтой. Что он делает? Ты что делаешь-то? Блядь, мне уже жарко играть в этой... Слушайте, я... А, у тебя там еще майка, что ли? Я уверен, что... А не стоит меня вообще выгонять, у меня большой банк. Нет. Если взять чисто физически, подумать... Если вы хотите победить, вам нужно сохранить деньги, потому что мы и так много выиграли. Андрюха проебался, вот 600-500... у меня тоже не маленькая сумма вообще-то, даже если тебя кикнуть, понимаешь? Мы ну, нормально сохраним банк, алло. Да нихуя не сохраним. И при этом сохраним себе жизнь в будущем. Надо, вот, это важнее. Я тебе говорю, он сейчас начнется next игра, если вы меня выиграете. Если ты четверка ставишься один, он тебе никак не поможет. Он такой типа, да, блядь, кикаем четверку. А вот, мне Ариньян поможет. Вот видишь, она ему поможет тебя кикнуть нахуй, брат. Ну слушай, я думаю, мы дальше разберемся. В общем, голосуйте. По новой. Вкидываются в друг друга, они голосуют. Сейчас только, голосовать да? можно уже. Все, давайте. 3. Все голосуют. 3, 2, 1. Да что ж такое-то? Блять. Ты вы издеваетесь? Снова дебаты. Блять, мы можем так весточку пиздеть. Давай. Я готов. А давайте четверку кикнем. Слушайте, смотрите, я готов уйти. Нифига ты переобулась. Я готов уйти, если вы в next ходу кикнете Хесуса просто. Любое число. Не. Да я шучу насчет четверки, если что. Это, ну, не, по факту логично реально кикнуть Хесуса, потому что его числа не очень большие. Просто, почему-то то есть там... Да, блядь! Ну, то есть вы хотите сказать, что никто вообще не спиздел сегодня, да? То есть все честно... Нет, все честно. 10, 50. Ну, так вот именно, если кто-то спиздел. Если то пиздит, то по-любому у него четверка, меньше всего. Так это получается или шестерка, да или шестерка. Да он не реальный. Он реальный. Пиздит, он четвертый не пиздит. Не, подожди, даже если ты не веришь, это возможно. Скажем так. Так, ты меня кто-то там мне лапшу на уши не в уши. Просто я-то реально не напиздел. Сейчас, не, подожди, сейчас ты под риском. Да я не под риском, ебать, я сам рискованный хуй, блядь. Если я не спиздел, зачем мне кикать тогда? Послушай сюда, нахуй. А дело не в этом. Ласка. Сюда. Я выбрал меньшее зло из большого. Я понимаю, понимаешь? Что дело не в этом. Я тебе говорю, Хесус, потому что ты little penis. Ты маленький так парень. Так есть, среди нас есть тот, кто соврал, и у него еще меньше. Нет, нет смысла. Как нет-то?
Да потому что нет. Есть как минимум 1000, нам нужна 1000 по-любому. Тысяча да у нет него. У него 1000, с чего ты это взял? А куда она делась? А куда она делась? Вот куда она делась, четверка, если про карманю, в кармане фейковую 1000. Четверка может пиздеть, Хесус. Ты не понимаешь этого, я тебе всю игру пытаюсь это донести. Ладно, блядь, кикайте меня, то будет влететь еще часа два. И не исключай того факта, что 1000 не вылетала. Но я могу пиздеть, конечно. Новое голосование. А почему ты улыбаешься? Почему ты улыбаешься? Ты врешь? Я один. Да. Голосуем. Ну, как бы... Какие у тебя цифры? У меня все точно так же, как я и говорил. 1390 и 850. На самом деле, я бы проголосовала бы за Хесуса, но я бы ничего не решала. Я порол. Вот. Стой, Вов, подожди, да, я их вычту. Он, оказывается, не пиздел, это Хесус, блядь, набаламутил воду. Не-не, я вот, тоже не пиздел, вот. Я тоже не пиздел. Про что я и говорю? Не, я и говорю, что... Не, он никак не пиздел. Банк. У меня тоже вот. Стоять. Нет, сейчас... я бы могла... Я за Хесуса хотела кинуть, но... А что решала бы так-то, по-любому? И поэтому вы решили выгнать львиную долю банка. Я порол, я же последняя подняла. Ты я же против шестерки. Да, да. Я против шестерки, а я против семерки, а вы вдвоем против четверки. Я по рофлу, если у меня вопрос, на самом деле. У меня есть еще два числа, их куда? Сейчас добавлять? Нет. Сейчас еще раз сыграем с тремя картами. Угу. Так. Хесус, если не засейвил, благодарен, брат. Не, ну вы, конечно, зря кикнули четверку, это просто... Чё это? 4700. Он, понимаешь, он голосует в меня и говорит, нахуй нам эта десятка. Если десятка нахуй, так а ты тут но нахуй. Но у него нужен. Был самый большой банк. Он меня не пишет, я уже, блядь, улетел нахуй с банком, блядь. Не побеждал, что у него на самом деле был такой банк. Не потому, что числа осталось 1000, по-любому у него была 1000. Мы, блядь, забираем бабки вместе с тобой и идем на какой-то ресторанчик, блядь, и есть какие-то омары, блядь. Ты сейчас мне говоришь? Охуеть, как вы переобулись быстро, я смотрю. А вы слышите игры, помните? А, ты ей это? О, понятно. А, ты мне говоришь? А, чувак, давай. Тебе все равно никто не даст, блядь, не старайся. Ну. Дядя, блядь, ты пока там сиди, там мы сейчас, блядь, деньги выиграем, еще и поедем вкусно, а потом, может, и кино посмотрим. Давай. У меня, кстати, тоже деньги есть. У нас такой ебаный банк просто. В общем. Да у кого больше денег? Слышал о таком понятии, что ворованные вы черешни вкуснее своих. Слыхал о таком? Да, наверное, нет, сейчас еще долго довольно будет. Артур, давай вместе в ресторан лучше с тобой сходим и все. Все, все. Левка выпьем. Тихо. Сейчас посмотрим. Зачем тебе вот это? Начинаем игру. Город спит. А какие сначала цифры еще раз выкинулись? Не. А, да, точно. А их надо было записывать, оказывается. 550. И какая еще цифра? 390, 1850. Спасибо. Аринян, ты не засыпай. Сейчас ты не засыпают. Нет, ты наоборот не засыпай. Записывай. Артур. Я запишу. Ох ты ж, блядь, юсы боссы нахуй. Давай. Все, да? И нет еще. Ёбаный сыр, блядь. Кикаем, короче, его понятно. Хесус? Я в чуке, я больше цифр. Сейчас запишу. Ага, и дальше. Ох, блядь. Ага. Хесус. Ага. Все просыпаемся. У кого десятка? Ну, начнем с Арине. Второе число надо обязательно сказать. Второе число обязательно. А, у меня не десятка, поэтому я сразу жива. 240 у меня второе число. Второе число. А второе число. У меня 240 и 160. Все правильно играем? Ага. Сейчас еще одна вольтика. Нет, стоп. Какое у тебя второе число? Чили либо в банк. 240. Наш моя. Угу. Все. Все. Артур? Это, конечно, будет прискорбно, но вы мне никогда не поверите, блядь, потому что я еще тот пиздовой, как вы думаете. Но у меня правдивое число 10. Первое полторы тысячи. Чего? И второе 910. Ага. Полторы тысячи нету, все кикаем, короче, игра закончена. Как это нету? Блядь? Как нет. Это нету, блядь? Нету. Как это нахуй нету, блядь? Нету. Подождите, Хесус? Дайте я скажу.
У меня 150, 700, 700 это вторая, которая, и 800, третья. Да, да. Хесус, все, кикаем Артура. Дебаты? В смысле кикаем? Ты куда нападаешь, нахуй? Тебе ресторан предлагал, Хесус, твое предложение было намного лучше. Артур, ну ты, 1500 нету. Нет. Как это нет? Ебать, мне показали десятка. На листочке, я чуть не, блядь. Десятка, это сразу уже все. И 1500 не было. Книгу. Я за эту десятку боролся, я ее до конца добью, нахуй, понятно? Чувак, ну с десяткой реально, ты даже в ресторан не сходишь, блядь. Ты даже на спичке уже денег не хватает, ну извини, бро. Вот, слышишь? Ну реально. Вот давай сейчас душили. Не будешь тут вот это вот подмазываться давай, сразу. Блядь, о, блядь. О, братан, так ебать, я вообще-то тебя тащил, десятка. Нахуй, я тебя оставил в конце. Ну и что теперь, блядь, ну тащил, да, спасибо. Ну а сейчас ты начинаешь пиздить. Мне кажется, ты пиздишь. Ты слишком активный стал. Ты в прошлой игре сидел. Потому что нас трое осталось. Прикинь, если я буду сейчас сидеть, блядь. Ну алё. Ну ебать, ты. Прикинь, если бы ты в прошлой игре просто сидел, я бы просто молчал, блядь. И ты бы вылетел, нахуй. Короче, братан, все, давай, не начинай. Куда ты теряешься? Фу, сюда иди. Я никуда не теряюсь. Я здесь сижу, я никуда не уходил. Давай. Ты расскажи, давай. Че? Все? Иди тебе еще раз. Давай, повтори. 150, 150, 700, 800. 150, 700, 800. Совпадение, да? В сумме. Какое совпадение? Совпадение, то, что ты проиграл, мне кажется, сегодня. Совпадение. Арина, он так пиздит, ебать, ты видишь, какой он так? Посмотри на него. Пиздит, да. Поверь мне, ебаный снизу. Блять. Вот видишь, он не выкупает. Я считаю на калькуляторе, блять, сколько это. 1650 у меня в общей сумме. А у меня? А у тебя, я ебу, что ли, ты напиздел. У тебя там вообще что угодно. А думаешь, десятка, у меня 2410, нахуй. Угу, конечно. Да-да, у него держи в курсе. 1500 не было, у него десятка. Ты понимаешь, что не было, да? Известные, первые цифры не было, новые числа подобавляли какие-то. Я чё, виновен, блядь, то, что существует, не существует в нашей вселенной? Мы что, блядь, вселенной, где 1500 нету, блядь, что ли? Это что за хуйня, блядь? Это меня как судья подставил, блядь, сегодня. Вселенная, где нету чисел, блядь. Или вселенная, где мне можно не это верить. Это все же ты можешь сказать свое оправдание, да? Какое оправдание? Ты проигравший, ебать. Я проигравший? Чувак, у меня сидел, десятки нет. У меня нет десятки, понимаешь? Брат, у меня все нормально. Сидел, у меня все заебись. Ты, блядь, челлендж был, блядь, набрать в рот воды и не засмеяться, что ли? Ты молчал, блядь, ему понять. Ты проиграл. Я в прошлой игре говорил. И как видишь, я здесь сижу, блядь, я живой. Говорил, потом, ты, я не вылетел, как ты мог заметить. Я здесь. Знаешь, я топил за тебя в начале. Я здесь. Я в конце. Здесь. Ну и что дальше? Ну сейчас ты вылетишь, и все нормально будет. Давай. Что ты думаешь, ты меня говоришь? Ты сейчас вылетаешь, мы с Ариньян идем в ресторан. Все, давай. Что пойдет? За твои мелочи, блядь, копейки вот эти нахуй. Слушай, ну, рестораны разные бывают. Мы в шоколадницу пойдем. Там подешевле. Шоколадницу это что, блядь? Свич называется, что ли? Вот мы разберемся. Арина, посмотри, гримны, ебаный, блядь, гримны, да, нам не готовы, блядь. Артур, ну правда, видишь, ну... Надо купить себе Арина, видишь игру, ты... Правила игры, ну понимаешь, ты напиздел в первое число, у тебя главное число десятка, а третье, дай бог, оно вообще правдивое. Оно со мной по факту, по жизни, это размер моего, ладно. Десятка, это нормально, блядь, вообще-то. Десятка, это нихуя не нормально. Это вообще прям... Так, если честно. Да, да, то есть... Вот эти купюры 10-рублевые уже давно даже не выпускают, понимаешь, нет производства. То есть ты понимаешь, да, насколько у тебя все плохо. Когда там голосование будет? Давай, это голосование. Вообще осталась минута, ну ладно, начинаем голосование. А, нет, стоп, по очередности сейчас говорим. Ариньян. Блин, ну я такая, конечно, я бы с Артуром сходила в ресторан и с Хесусом, но по факту, на самом деле, у Артура мало как-то денег-то для ресторана будет, Артур, прости, пожалуйста. А у меня еще задача останется. Он пиздит. Я видел, как он видео мороженое ел. Ему не понравилось. Давай, блядь, меня выбирай. Я видел, что ты не любишь. В какой ресторан мы с тобой пойдем за твои бабки, блядь? На мои бабки, что ли? Ты что, не мужик, блядь? У меня их нету тоже. 2000. Если бы не ты, я бы вылетела с маленькой пиписькой. Тут решала... Как тебя спас? Я. А он против тебя голосовал в первом раунде. Он тройку кидал. Кто нас спасет от голода? От голода нас кто спасет? Сейчас кризис, блядь, карантин. Кризис, блядь. Я еще и... Как тебя покормить-то будет? Артур? Давай. А, я говорю? Ну, конечно. Я тебя спас в первой игре, он в тебя вбрасывал, он думал о деньгах, а не о тебе, это первое. Когда, блядь, я говорил за Андрюху, мы гнали Андрюху в шею, он думал о деньгах, блядь. А я тебя спас, хоть и не мог бы тебя выбросить, я не думал о деньгах, я думал о тебе, Арина.
Крась-крась губки. Они будут со мной в этом ресторане, понял? Сиди там, наблюдай, блядь, как я увожу. Мудмуазель, блядь, с большим папкой. Запомни, когда спас, теперь пора отдавать долги. Ну, типа, дай, ну, долги в том плане, что ты кончил. Не надо ничего отдавать, потому что у меня нормальные цифры. Он нищий, ебать. Нахуй тебе этот бедничок? Пойдем со мной, ебаный снич, блядь. Такой ресторан, блядь. Еб... Борщ, Катюша, Галена, Катюша, вареники, блядь, с капустой, с мясом, ебнем. Так классно будет, охуеешь. Куда ты ее сводишь? Расскажи. Ты сейчас минута будет, расскажешь. Ладно, не парься. Арина, я тебя спасал, я тебя сейвил до самого конца, до своего конца. Не отдайся ему, отдайся мне. Кип. На этих прекрасных нотах начнем говорить Хесус. А вы правила игры забыли, да, вообще? Типа, уже в пизду. Я, да, это... Дружочек, во-первых, понимаешь, я живу, знаешь, где? В центре Москвы. А ты где? Харьков или кто у тебя там? Что у тебя там за город вообще? Куда? Там даже ресторанов нет. О чем ты пиздишь-то здесь вообще? Какие рестораны? Что? Бля, я злому уже готова. Столовая, может быть? Я хотел сказать. Вареничная Катюша, ебать. Ну вот именно. Вот, потом, во-вторых. Все, что ты, как ты себя оправдываешь? Тем, что типа, да я тебя топил там в первом раунде, во втором, все, у тебя больше нет оправданий. Ты типа цепляешься за то, что вот когда-то я там что-то сделал для тебя, теперь ты должна. А пошел ты нахуй, чувак. Поэтому это все. В общем, дебаты закончились. Насчет чего? Выбирай. Выбирайте. Погодите. Не, ну Артура надо пипить, потому что, ну, по-любому маленькая пипить Артур, ну мы... Это 100%. Ну, это просто по игре. У Леи Горной спроси, у него реально маленькая пиписька. Это правила игры, понимаешь, Артурчик? Какие правила, Арина? Я тебя спасал! Я тебя спасал не ради того! Я понимаю, но я ничего не могу сделать, но... И у меня больше денег, чем у него, очни! Аринян, не верь ему, не надо. Ну что, без бабок? У меня все. Больше десятки, больше вот этой десятки. О, вот запускай этой, голосование. Этой смотри, она есть. Смотри, а что-то свои гривны мятые то тут нет. Это самое пока. Слово голосование. Ну нет, все. Дело не в том, что больше у тебя или нет. Все, в общем, мы делаем голосование, потому что дебаты очень долго идут. С кем дебатиться потом, у кого больше бабок останется топ-2? Там услышишь, да? Или это конец игры? Там поймете, я объясню. Остается двое. Он пиздит! Да он пиздит! Все. На счет три. Тебе лучше реально его кикнуть. То есть, ну, ты меня потом разъебешь, скорее всего, потому что я вообще не умею. Все, давай. Вот, все. На счет три. Голосуем. Раз, два, три. А, блядь. Я... Ну, смотри на его ехидное лицо, он тебя наебал, я... ну ёбать. Я на самом деле... Ну чё ты, блядь? Я хочу подебаситься с Артуром. Что? Я хочу подебаситься с Артуром. Я хочу его разъебать. Мы я... не байтимся, мы выиграли. Нет. Нет, там нас... ещё раунд сейчас будет кое-какой раунд. Не-не-не-не-не-не-не-не. А, да? Хесус, да. Твои числа были какие? Да, назови мне. А, ну такие были, какие я и говорил. Ну вот, пожалуйста, блядь. Ну и чё теперь? 700, и всё. Да я знаю, я тебе не верю. Ну да, я знаю. Ну он до тебя наебал в итоге. Я добавляю два этих числа, Ксюш, да? Да подожди ты, ёпта, пускай она объяснит. Да, не в том, что я выбрала Артура, потому что я ему поверила, а в том, что я сейчас хочу last round и разъебать его просто, вот и всё. А теперь я бы проиграла, вот, в любом. Потому что Хесус, я... ты можешь, в принципе, не уходить, если хочешь, можешь посмотреть чисто. Не, так. Ну я досмотрю, естественно. Да, только без эмоций, без подсказок там и прочего вот этого. Ага. Давай, Боба, объясняй. В общем, я добавляю два числа к вашим числам. Раскладываю их сейчас по очередности. Сейчас. Ты нахуй ты их показываешь, долбоёб. Да, тут один хуй все эти числа известны. Первое, второе, долбоёб, третье, два новых четвёртое. И тому подобное. Ваша задача сейчас... отсеять числа. Говорите, например, первое число убираю, второе добавляю. Как же он объясняет? Ты дебил, второе ты число... не так объясняешь. Ребят, а что не так? Ребят, короче, смотрите, он сейчас разложил... убираю. Он сейчас разложил по порядку все числа, да? Там, получается, у нас осталось 6 карт, плюс 2 добавились, того 8 карт. Первую вы говорите, например, первое сначала это бутиль, то есть это число убирается, из банка убирается эта сумма. Второе в банк, то есть это остается. Я то же самое сказал, только для дебилов, блядь, чтобы точно все поняли. Вот. Я то же самое сказал. Так вы по очереди делаете, то есть сначала там, например, Арина, первое сначала в утиль, второе там в банк, потом Артур там, например, третье в утиль, четвертое в банк, да? Но вы можете рандомно говорить от 1 до 8 цифры.
Вот. Бля, хорошо, что меня кикнули, пиздец. Мы их не знаем, да? Мы же их не знаем. А в чем наша дуэль с Артуром? Объясню, объясню. Это сейчас вы просто выбиваете банк для финала. Объясняю, да? Ну, сейчас до конца объяснить или как? Да все. В общем. А, ну давайте, начинаем. Аринян, ты первая. Какой вутиль? Пятая вутиль. Сейчас, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Покажи мне эту карту. Вутиль уходит 190. Нормально. Девятая в банк. Тебя подожди. Девятая, раз, два, три, четыре. А их тут нет. Их тут восемь. Всего восемь. Тут восемь всего. Блядь. Давай восьмое в банк. И в банк ты забираешь 250. Ладно. Сообщи. Блядь, даже пельмени не купим. Давай, Артур, я выбрала, вообще заткнись. Второе в банк и третье в утиль. Нет, подожди, первое в утиль. Сначала утиль, потом банк. Да-да-да. Второе, третье в утиль. Третье в утиль. Минус 300. Второе в банк. Второе 455. Аринян, какой в утиль, какой в банк? Шестое. Нет. Седьмое в утиль. 240. Шестое в банк. 55. Остались два числа, Артур. Давай, какое? Первое, второе. Справа, слева. Справа, слева, говорю. Справа в утиль. Десяточка. Арину в банк. И 910. О, нормально. Ой, нихуя, не стоп, нихуя, не стоп, давай, блядь. Там... Не-не, я просто десятку в банк положил. Ваш общий банк сейчас 2320. Нормально, мы проживем, мы дошики купим, вот. Нормально. Язва, гречку. А теперь... Объясняю дальше правила. Сейчас вы можете, у вас два конца. Первое, поделить все пополам, если вы выберете наше. Либо же вы можете выбрать вот наше. Либо же вы можете выбрать мое. То есть, если вы вдвоем выбираете мое, вы ничего не получаете. Если кто-то из вас выбрал наше, а кто-то второй мое, тот забирает. Если вы оба выбрали наше, то вы делите сумму пополам. То понятно? Есть, тут дело уже ваше, как сыграть. Либо забрать все себе, либо разделить, либо не получить ничего. Однерка или двойку показать, да? Да. Однерка — это мое. Двойка — это наше. Минуту, понятно, да, это пиздец. Всё, да, да, да. Сейчас, стоп, понятно или еще раз повторить правила? Нормально, Арина, как... типа, решайте. Понимаешь, ты понимаешь, что мужчина крепкий я, мне на месяц не хватит 2000, чтобы поесть. А ты девочка такая солидная, у тебя там красиво все сзади. Я как, блядь, в пещере ебаной живу. А что кушать? А, то есть ты хочешь показать мое, да? А я должна наше, потому что я должна тебе уступить деньги. Ну, у тебя же доброе сердце, а я хочу есть. Нет, я тебе не уступлю. Почему? А чё это я тебе должна уступать? Ты, я из-за тебя Хесуса загасила, который бы, кстати, выбрал наше, или уступил бы мне, между прочим. Чё это я тебе должна уступать? Потому что... Ладно, Хес, возможно, я теперь переоценила тебя, ладно. А чё ты улыбаешься? Ладно, ну я уверена, что он бы уступил или бы выбрал наше. Ну... вместе со мной. Ну, а вдруг ты просто мне уступишь, а я на эти деньги куплю билеты к тебе? А? А тебе не хватит? Я знаю. Блять, нахуй это сказал? Ну, похуй. Давай как-то договорим. Просто, ну подумай сама. Мы вдвоем. Зачем нам делить эти мелочь, эти копейки? Тебе эти деньги не нужны. Ты сегодня настреляла с петуха в 10 раз больше. А я вот только за гривни. Мне 20 гривен. Давай. Давай как-то так, типа, чтобы я вышел. А давай я тебе расскажу. Мы сегодня с Артурчиком сидели в Дискорде, и он там по рекламе договаривался. Сколько там? 500 предложений подтвердил, утвердил. Спрашивает, где я деньги храню. А у него, видимо, много денег, раз он такое спросил. Она пиздит, я одолжил у нее деньги. Я у нее деньги одолжил. Но, Артур, столкнулись мы с тобой в этой битве не просто так. Думаешь, это судьбоносная встреча? Я думаю, что мы с тобой должны договориться и не оставить, так сказать, эти деньги главным дистальцам. Понимаешь, о чем я? Мы, ну, это я согласен. Деньги. Давай лучше оставим их мне. Да давай не будем. Давай оставим их нам. Почему нам?
А кому? Либо нам, либо им. Ты выбираешь их? Скажи им. Я выбираю себя. Они еще сильнее будут спорить. Ну, если ты выбираешь себя, я тоже выбираю себя. Давай. Деньги не наши, деньги собираются со всех проигравших. Не наши, чтобы ты понимала. Мы заработаем по 250 рублей. В смысле, а как понять, куда уйдут деньги, если мы оба выберем мое? Их нет, блядь, денег. Они просто пропадут. Ладно. Да не пропали. Озвучь. Они просто пропадут. Они, да, просто пропадут, как бы, и все. Как бы... Завтра будет ему Одесса, шашлык вкусный с мясом, блядь. Да, стайцы останутся, короче, в плюсе. Артур, ты подумай. Ну, окей, ну, понимаешь, Арин, ты красивая, но 2000 ты не стоишь. Ты стоишь гораздо больше. Мне просто как-то жалко тебе даже 2000 отдавать. Вот если бы было там 10, я бы тебе уступил. Даже мы бы поделили, возможно. Ну, типа, 2000 это слишком маленькая цена. Ты достойна гораздо большего. Ну, так получается, я не достойна ничего, если я тебе уступлю. Не, лучше ты будешь ждать что-то... Я буду стоить тебе 2000, чем 0, понимаешь? 2000 больше, чем 0. Ну, всегда можно дождаться чего-то большего, чем 2000. Согласись. Ну, а большего все, это что финал. Больше, да? Это самое большое, что не мы знаю. Можем сделать. Я потеряла, понимаешь? Я все уже и так потеряла. А я потеряла хочешь? Хесуса с его огромными деньгами, которые бы, возможно, ушли мне. И все. И еще вот этого до четверки я потеряла из-за тебя, кстати. Я тебе дважды уступила. В общем, ребят. Давай я ты мне уступишь, а я тебя угощу. Два. У меня не только деньги огромные, если что. И ты тоже здоровая, брат. Мы заметили, кстати. Я дропала двух богатых челиков ради тебя. И ты мне сейчас говоришь, чтобы я тебе уступила? Ты совсем думаешь, я себя не уважаю? Давай ты мне уступишь, а я тебя угощу. Последние 5 секунд. А может быть, ты меня уступишь? Ты меня не угостишь. Что я тебе уступила. Расскажи, какие, блядь, пальцы, что я забыл. Первое мое, второе наше. Да. Какие пальцы я забыл? Вот, я напоминаю. Первое – это мое. Второе, два пальца, это наше. Давайте, три. А можно время? Можно готовы? А ну, как бы все. Как бы тут в этом-то интерес. Давай. Время пошло. Три, два, один. Ну и вы остались ни с чем, ты дорогие дебил? Друзья. Что? Ты дебил? Вова, не ставь. Ой, да стоп. Я стал, я дебил. Все правильно. Спасибо за игру, пиздуйте нахуй. Получается, стоп. Вас на сколько вы включили? Мы поделили по 1000. Нихуя! Два, это было моё. Так, вы проебали всё. Всё. Вы получили по 1160 рублей! Правила. Артур, дай туда внимание! И сколько вы получили? Они получили... По 250 рублей! Нет, дурак. Вау, охуеть. По 1160. Не только что задонатили больше, блин. 1160 нарыло, то есть Артур и Аринян получили по 1160. А. А с нас, типа, уже вам отдавать. Бля, злой, ты такой жадный, я хуею. У меня такой вопрос, ребят. Вы бы хотели еще кашку сыграть? Я думаю, я не успею, мне спать скоро. Ага. Не наоборот, пиздец. Я прям... С Хесусом сражаться это забей, он реально сильный конкурент, ну его нахуй. Он в центре Москвы живет, блядь, рестораны предлагает, я тут, блядь, 20 гривнями махаю, выбери меня, пожалуйста. Ну, в итоге тебя и выбрали, а ты напиздел тогда, кстати, у тебя было меньше у меня в итоге. У меня было 300. Да. Я это знала. А Хесус-то тоже пиздел, ты сказал 450, это число было уже... Я напиздел в первом раунде и в третьем, и что еще? У меня в первом вообще было, блядь, 150 и 10. Вома, блядь. Да ну само, знаешь. Ёбаный в рот. Как вообще в целом игра? Ой, мне очень понравилось. Я прям предвкушал, когда начнут ебать. Сложновато с числами, конечно. Не, я думал, будет сложно, но оказалось очень легко. Да, легко, и в нее надо вникнуть, и потом интересно играть. Я бы еще раз сыграл как-то, без проблем. Типа. Но надо противники такие, как я, уёбки. На самом деле, вот если по чесноку, то мы неправильно играли. Мы неправильно кикнули четверку, и я неправильно кикнула Хесуса. Да, то есть да, тут мы решают это.
А всегда почему-то игра склоняется к тому, то, что люди ищут пиздобола, а не экономят банк. ХЗ, почему так получается? Вот. Надо 100 тысяч, потом 60 рублей заработать. Мы в прошлый раз 40 кесов проебали, нахуй надо. Человеческие качества, то есть как бы кикнули пиздоболов, оставили нищебродов, как бы выбрали наше, поделили бабки, ну просто какая-то идиллия получилась. Просто банк нужно больше делать. То есть 10 тысяч, да, ради этого бороться... Нет, эта игра была лучше, чем... Ну, если Хес бы спонсором будет, тысяч было, ладно, вот. Я тебе скажу, понял. Мы в прошлый раз проебали 45 тысяч, блядь. Да, но игра была максимально добрая. Но она была максимально добрая, потому что никто не пиздел. Потому что я тут. Никто... Нет, я... А тут появился злой. Про первую игру имею в виду. Никто не пиздел, поэтому... Не слышно злой. И сделали то, что не записываем числа, не... Что еще? И не говорим, и не говорим после какие, раунда, да. После раунда пиздоболов не выявляем. Я еще, чтоб числа записывал, вообще пиздец был бы. И по пиздоболам после раунда все такие: о, так он пиздит, блядь. Так, иди нахуй в следующем раунде, мы не будем так с тобой по играть. Большей части так и получилось в первом раунде. То, что тебя вычислили, потом Ксюш, потом Аринян. То есть так. Да, в первом раунде, кстати, я напиздела, если что. Серьезно? Да, в первом раунде. Да. Я сказал, у меня было 800 и 10, а я сказал... Видите, в чем минус, когда мы не говорим, потом, типа, вы нихуя не помните и не можете полностью узнать, кто в итоге-то самый пиздобол оказался. А так бы вы бы знали. Вот. Но так было бы попроще играть. Сабайте еще раз. Я так. Еще раз не буду. Не, в UFC на 10 сабок не хотите как-то не будет? Отстань, блядь. Понравилось. Я бы в Элиас сыграл, на самом деле. Вы играли в Элиас? Элиас, да, играли. Да, конечно. Играли. Ага. Элиас супер тоже. Не, эта игра очень хороша, мне понравилась, необычно так. Ну, я сначала не купал, а потом я понял, что я иду с Ариной в ресторан уже. Так, подожди, а мы поделили по 1000 рублей, что ли? Ну, по 160 рублей сверху, АФ. 60 рублей сверху? Нихуя перспективно, ебать. Да я на заводе больше заработал. Не, давай, мне понравилось, серьезно, классная вещь. Блин, если без рофлов, конечно, злой добавил, это какой-то наш остринки этому шоу, но это пиздец. Так а что, блядь, они сидят, четверка сидит просто монотонно, хуярит фасольку, думаю, ебать, Хесусу, Хесус уже проиграл, увидел цифры, говорит, все, пизда, проиграл. Я 4 раза ему говорю, Хесус, там четверка пиздит. В итоге четверка ни разу не спиздел, короче, и вы потеряли большой банк. Хесус сидит, блядь. Сука, надо было тебя раньше кикнуть, я-то все правильно делал вообще-то. Ты неправильно делал, ты сразу надо было говорить, да он пиздобол, сука, сы... Чё так он-то не пиздобол? Что? Ну он-то в итоге не пиздобол. Блядь, так это же игра, это же не жизнь. Да, ребят, именно это игра, и надо выявлять пиздобол. Это наша жизнь. И не приписывайте какие-то личные качества себе, камон, это контент. Так что это... Ну я да. Тоже... Я выбрала, получается, злого вместо Хесуса, понимая, что я просто проебала бабки. А вы кикнули четверку, тоже проебав бабки, потому что он не пиздел. Это было короче, понятно. За всю игру вы всего один раз сыграли, правильно? Когда кикнули меня с маленьким банком. Вообще за всю игру. Нет, мы тебя пиздобол кикнули. За маленький... Ну, нет, вообще за маленький банк. У меня он был самый маленький, по факту. Вы смогли это доказать и кикнули? То есть за всю игру всего один раз. Нет, пятерку, по-моему, еще вот кикнули. А я все равно не выкупил. А у него не маленький банк был, у него такой нормальный. Да он что-то начал моросить вначале. Ух, да, я что-то проебался, думаю. А я первый раз играю, думаю, да, давайте нахуй в него все кинем, блядь. Да, сразу, не понравился, блядь. Да, пошёл. В первом раунде говорю, 1, 2, 5, думаю, нихуя получается. Как в мафии, знаете, назвала. Потом мы кикнули пятерку, меняем цифры. Я такая, чего? Я тоже думал, мы будем с этими цифрами. Я вообще не понял, что цифры выходят, что заходят. Какие-то, я говорю, 1500, говорю, такого нет. Нихуя, как это нет. Я ж не знаю, есть там, не есть. А ты еще так пизданул? Общий банк был 4700? Не, там если же входили новые карточки, то Вова бы сказал, а не входили, и в итоге ты немного проебался с этим. Ну то, что первый раз играл. Там же еще важно, я же показывала, то, что был банк 4700, у Хеса уже 1650, и ты назвал уже за 4 с лишним, блядь, свой банк. Я такая, думаю, нихуя ты, блядь. Ну а чё, блядь, торговаться нормально. Алина, почему ты мне не верила? Я же так убедительно говорил. Вообще нет. Ой, я просто, у меня математика, логика существует. Я, конечно, тёлка, но не совсем прям уже тупая. Как я могу... Ну ищите плюсы. Плюс 2 доширака, балдёж. Да. Разделим их. О, можно сказать 3. Да даже больше. Хесус, я смотрю, тебе не очень понравилось. Хесус, тебе понравилось? Да. Хесуса кикнули как мужика, мне было бы обидно. Обсуждать не понимаю.
Блин, я, смотри, я бы не кикнула Хесуса, если бы я не знала концовку. Да ладно тебе, все. Я понял. Я хотела просто со злым подебатиться. Если бы меня не кикнуло, получила бы все деньги, наверное. Ой, да я могу и уступить свои 160. Ой, ладно. Я просто хотела слово разъебать, но так не получилось. Я бы мог сказать мое, и оно бы было мое. Знаешь это? Я знал, что ты покажешь наше, потому что мое ты не покажешь. Да. Конечно. А мы все-таки надеялись, что будет какой-нибудь уёбок максимальный такой. Просто на, блядь. Блять, ну я-то уёбок, но не настолько, блядь. Максимально уёбочно, когда типа вы оба договорились на наши, и кто-нибудь просто пау, блядь. Блять, я изначально надо было на наши договариваться, а я что-то на своё, блядь. Да, я что, сижу, думаю, что ты тупишь, ты соблазни её на наши, покажи моё. Я тоже думаю, блядь. Мы девочки, мы верим. Ладно, спасибо за игру, я буду лететь. Спасибо огромное вам. Да, спасибо, удачи. Давай, давай, удачи. Да, да. Если что, зовите. Пока-пока. Спасибо всем. Спасибо. Не обижайтесь, Хесус, не обижайся. Я вообще рассчитывал, что в конце просто... Чё мне это тысяча рублей-то? Ой, все такие милые в конце, пиздец. А тебя кикнет. Так уёбки, уёбки, твари ебаны. Ты уёбок, блядь. Всё, давайте. Всё, давайте, давайте. Давайте, я вам напишу потом, последствия. Хорошо. Ебать, всё больше, больше. Хорошего дня вам. Всё, спасибо. Пока-пока. Сейчас ночь. Пока, спасибо. Бэ-бэ. Бэ-бэ. Хес, как дела? Нормально. Сука. Как дела? Нормально, говорю, да? Э! А, сука. Привет. А, подожди, она... А, блядь, вы оттуда ливнули, ёб твою мать. Да, оттуда звук-то идёт, это же Дискорд. Как тебе? Блядь, сейчас подожди. Жизнь молодая. Да у меня нормально, чё, нормально. Чё, как сам, братик? Нормально? Да вы заебали, говорю, нормально нахвали. На, как жизнь-то вообще? А, да нормально все. Хотя на самом деле так себе. Кушаешь? Чё так? Я? Да. Кто там кушает? А чё, почему так плохо все? Ну а ты угадай. Ну на улицу нельзя уходить, чё я. А, ну да, это да. Останавливал, блядь. Вон, приезжай к нам, у нас тут пиздец. Ну так он-то в Москве. Мне кажется, когда вируса не было, не было. Что ж у вас пиздец, я знаю, это и без вируса, блядь. Давай я приеду. Не, я про то, что у нас без вируса. А, я тебе не... Я тебя понял. Да, блядь, я говорю о том, что у нас без вируса людей было гораздо меньше, чем вот сейчас вирус. Поэтому ты говоришь, что я приехал, да? Ксюша, ты заметила? А? Про Ивангая тебя спрашиваю. А чё про Ивангая? Чё, у вас будет? А, стрим? Типа коллабы же там. Понимаешь, он будет, да, в пятницу? О, заебись. Познакомишь меня с ним? Не знаю. Не знаю. Мне бы самим с ним это нормально, как бы, скажем так, это... Что трансляцию провести. Ну, это, наверное, сюрприз, я так понимаю. А у нас будет это, у нас, скажем так, импровизация. Импровизация? Что-нибудь придумаем. Ну, да. Ну, как обычно, у нас тоже так. У нас нет какой-то программы. Наливай. Да может, он вообще не придет, я не знаю, может, он испугается, что все это обсуждают, блин. Я такой, да ну нафиг. А ты с ним вообще как познакомился, с Ютуба, что? Да давно еще, я не знаю, я уже не помню. Так мы когда встречались в Москве, он рассказывал, то, что с Ивангаем знаком. Да, я не помню. Ну да. У меня тогда ебало упало, я думаю, нихуя, блядь. Нихуя, вот это человек. Как будто Путин. Ну ладно, если с Путиным бы я был знаком, тогда да, удивительно. Так Ивангай, блядь, ты че, это же пиздец. Ну, не знаю, не знаю. Я с ним и в реальной жизни уже там, как бы, и мы встречались. Че-че? Ну да, да. Ничего. Надо было после как поздороваться. Кто выиграл, победила дружба между Ариньян и Злым. С Ивангаем. Вот. А вы сейчас что делать-то будете? Да стримить, братишка, так, посидим. А ты? А? Я? Да стримить так. Давай стримить. Чё будешь, видосики смотреть, играть? Блять, вы как это, привет, как дела? А слышишь, Хес, у тебя есть эта плойка? PlayStation 4? Да. Ну да. Ну с выводом на стриме, я имею в виду. Ну да. Можем зарубиться. Во что? UFC. UFC или Mortal Kombat. Бля, ну лучше UFC тогда. Ну, не, я имею в виду не сегодня, а когда-нибудь. Ну, я понял. Да. Ну, вот. Вообще, в смысле, на бабки или просто так? Ну, да, мы в прошлый раз на бабки рубились. Не, мы на сапки рубились. Ну, можно на сап, ну, типа, какая разница. Не, ну, давай. Не, смотри, давай. У нас просто обычно по пятницам как раз-таки. Так, ну, а в пятницу он с Ивангаем, видишь, проблема. А, да, у нас, да, Ивангай в пятницу. Так что? Не, ну, я могу, да. Ну, и похуй, Ивангай на нас променял, понятно, и моя.
Не, могу прям с Ивангаем залететь, знаешь. Давай, вообще похуй. По очереди будем вас разъебывать. Давай. Я хотела на самом деле предложить, но стеснялась. Не, я думал то, что у вас какая-то программа будет, поэтому мы не стали спрашивать, вот в чем проблема. Да не-не. Не, ну КМ стандартная программа, вопрос-ответ там, я не знаю, пойдем в игрушки поиграем и все. А, стой, подожди, а он к тебе домой приедет или нет? Ты ёбнутый, ну, конечно. В другой стране живет. А, да, я думал, я же не знала. Прям в окно залетит. Да, блядь, я ебу, что ли? Я бы домой приезжать в Карену, когда такая фигня на улице. Ну да, хуёво. Так, ну если чё, в принципе, чё? Ну надо будет списаться, если в принципе ты не против, можно будет поиграть. Ну да, да, я не против. А против кого я буду драться? Против меня. Ну смотри, мы как просто по сети играем, я... А ты хорошо играешь? Не, ну у меня будет время научиться, знаешь. Нет, ну просто я, типа, у нас опыт всего 3 игры, получается. Мы 3 матча провели и все. Не, я, ну я плохо играю. А, ну все, тогда. Я в UFC играл, может, раз в 3 тоже где-то. А мы... Стоп, а такой вопрос. А, например, если у нас вот... ты будешь, например, опять злого, если позвать, мы сможем все по удаленке играть? В смысле? А, ну да, приглашать просто по очереди. Просто добавляем. Ну там посмотрим, кого звать, кого не звать. Окей. Угу. Ну, зло просто нужно, чтобы ровное количество было четное. Чтобы у каждого, да, пара починила. Ну я понял. Ну все, давай, ну, тогда не буду отвлекать. Иди стрим. Ну да, все, заебали уже. Я потом напишу тебе. Да, да. Я тоже тебе напишу. Давай. Хорошо, пишите. Спишемся ночью. Давай, ночью напишем. Обязательно. Не забудь только. Хорошо, давай. Все. Пока. А где наши друзья? Какие? С Дискорда. Которые с нами играли. Ушли. Куда? Нихуя. В смысле? Ну, а деньги, блядь, сюда, нахуй. На базу, блядь. Сколько там? Дели, блядь, деньги, нахуй. Сколько там делить надо денег? Всё. Сколько? Ну, я не знаю, сколько мы проебали. 2000 там надо разделить на скольких человек. Фасолька здесь, она никуда не убежит. Я ее поймал за хвост, блядь. Она здесь, нахуй. Б. Посчитай, да, пожалуйста. Да, отправим мы эти 2000. Считай, сука, блядь. И отправим мы эти 2000, успокойся. Мы сейчас максимально экономим. Свои тому все рабочие не съебались. Я думала, для интереса, типа, все... Так они съебались, теперь мы платим. Ну, типа, чтобы банк был... Я вообще думал, ты оплатишь, типа. Да я специально не стал говорить... Не, вообще, все пока... Если бы все играли как злой, то игра была бы топ. Ну, если бы бабка была бы деткой, как там говорится. Ну, типа такой игры мы и ждали. Вот, сегодня не, был пиздёж. Нет, интересно. Все, по-моему, хорошо сегодня поиграли. Мне кажется, сегодня уже поняли игру. И, типа, сегодня все хорошо поиграли. Правда, нас выебали опять пиздец. Как обычно, блядь. Вот, а так, в принципе, неплохо. Вот, поиграли, классненько. Я бы так сказал, очень классненько, очень интересненько. Особенно Жека, блядь. Жеку 5. Минус нули. Я вообще нихуя не запоминал, я даже когда, блядь, меня уже выкинули, блядь, я, типа, смотрел, вроде все запомнил, так, Ариньян то-то, то-то, и такой, после Ариньян уже никого не помню, пиздец, как, я не для меня Ксюха игра, конечно, Ксюха такой пиздец. Мув сделала, что пиздец, какая Ксюха и какой мув? Ну, 750, скорее всего, до этого, 700-750. А. Модеста бухая. Ты чё там, Ксюш, пила, что ли, опять, или чё? У кого будет поток после основы? Я. Кто ты? Нет, я не помню. Сделайте банк 20к, но чтобы... Знаете, в чем была основная проблема, почему мы банк больше не сделали? Потому что, типа, у стримеров-то были деньги, а вот у начинающих стримеров было мало денег, и мы банк большой из-за этого не делали. Потому что в прошлый раз захуярили такой банк, что, блядь, пришлось 40 сколько? 40 тысяч рублей отправлять. И я бы мог купить себе, блядь, Германа, нахуй, и пиздить его, блядь. А в итоге мы его проебали, блядь. Вот. Ну так, в принципе, мы ничего сегодня не проебали. Рублей по 200, по 300 максимум. Сегодня хорошо сыграли, мне нравится. Игра понравилась, все круто. Мне тоже. Мне понравилось, как потом ребята там, блядь, пиздились, кидали эти тоже мувы друг друга. Очень интересно, на самом деле. Ну хоть не 400к. 400к, блядь, смешно нахуй. Уже давно забыто это все пройдено, давно забыто. Тот был другой я, сейчас я другой, понятно? Это уже совсем другие истории. Да, мы донаты включили, все, я включила, если хотите что-то сказать. А если купить 3... Не успел дочитать. Нужно брать стримеров с деньгами и скидываться минимум по 5к.
Но мы же все-таки как-то пытаемся, типа, не только медийных личностей брать, а и стараться продвигать и те, кто еще не так знамениты, типа, вот в чем идея, это основная. Чего Эндрикатку заруинил? Ну да, пиздец. Ты мне хоть подари хоть чуть-чуть. Ну так, чисто. На осуждаю. Полоску на следующий банк игре. Да и мы не мы его платим. Тут еще один критерий, знаете какой? Допустим, если ты стримеров зовешь к себе на стрим и типа просить у них для своего стрима деньги, это типа это знаешь, типа пойдешь к нам на шоу? А чё зашел? Да ну так, свое мое. А в чем прикол? Да ну, скинуться надо. Да скинуться, 10 надо, а так ничего, типа. Типа это максимально не очень. Ну, вот если ему сказать с другой стороны зайти, типа, давай на бабки сыграем с тобой, если проебешь, ты проебешь. Он такой, ну да. Короче, главное правильно подать пацаню. Пиздец, когда видосы смотрите 10к онлайн, когда охуенное шоу еле 7к набирается. Ну, сейчас не забывай то, что все топы стримят, то есть да, есть да, огромная разница, пацаны. Да, наделал ебучий. Арнус раунд, да? Где у злого было 250, а у Хисуса 160 плюс 10. А потом он называет число, которое уже вышло. КСТА, скиньте ребзим хоть по 5к. Чё за хуй-то? Спасибо. Сука, блять. Ну да, бывает такое, блять. А вы не топ? Мы не приравниваем ну, себя. Ну, есть какие-то... Сейчас просто Twitch довольно хорошо продвинулся, с учетом того, что 160 коронавирус, и то, что новую аудиторию завезли, блядь, получается, Эвилон, Бустер, ну и вся компания с помощью... Завезли, ну как, они типа... Я считаю то, что... Можете поздравить девятиклассников. АГЭ полностью отменили. Я считаю то, что они, ну, типа, с вот этой своими коллабами и мафией, типа, они завезли новую историю. Для Твича именно для Твича. Джека. Заебись, игра. Спасибо за приглашение. Да нет, что? Да нет. Да, блядь. Груша, как и в прошлый раз, так и в этот раз. Вообще не пиздел. Ни на что не намекаю. Фасоли, привет. Я меньше, тоже не пиздел. Ты. Меня спасибо. Просто сразу нахуй выебали, пиздец. Еще так подхватили, пиздец. Злой просто правильно подал, блять, в нужную лунку. И меня все просто пиздят. Я сижу такой, у меня реальные числа. Я такой, а что мне делать-то? Меня пиздят. Я такой, чего, блять, как в итоге выбрать? Просто, они, понимаешь, они умеют. Они в мафию наигрались. У них есть эта тактика. Тут все равно... Я сразу в их словах варенян и в злом увидела вот эту тактику с мафией, блять, как они... Ну да, но здесь же примерно то же самое, как бы, не спасешь себя, тебя выебут. Спасибо, ребят. Каждый сам за себя. Ну, я привык, конечно, быть добрым. Груша не пиздел, потому что у него в основном всегда попадались большие числа. Да, типа, конечно, как ему смысл дебатиться, если хорошие цифры? Я пиздела просто потому, что хуйней страдала. Ну, рил. Не, ну... У меня были большие числа, я пиздела, блядь, в итоге меня за 3 раза заподозрили, выгнали нахуй, заебись, блядь. Сразу говорите то, что проигравшие скидываются тогда и пизделовка будет. Так я им сказал. Ну, просто там, знаешь, как бы суммы-то невелики для стримера, хули, там, 300 рублей, блядь, это, конечно, это для нас, для обычных работяг, для меня, я же как маленьким стримером считаюсь, Фалентос, вот, для нас это, конечно, маленькие с чатом деньги, для Модесла, конечно, это нулевка просто, для Хесуса, там, для Ариньян, конечно, это все нулевочка полная, а для меня-то для стримера. Я сейчас вот развиваю свои мышечные способности, мне нужны деньги, я коплю, вот в этом шоу участвую, коплю себе деньги, чтобы накачаться, допустим, да, покупаю себе оборудование, строю себе зал в спальне, да, вот, то есть, такие вот дела. Что сказал? Чего? Долбоёб, блядь. Чего долбоёб? Ребята, кто, скажите это, кто по бартеру, кто занимается грушами, по бартеру мне отправите грушу? Я в инстаграме буду ее каждый день пиздить для вас. Ну, типа, снимать просто по бартеру, просто мне грушу надо отправить. Еще можно, короче, эту, знаете, для борьбы вот эту вот, мишень для борьбы, ой, борьбы, мишень для борьбы, вот эту, которую ты ее берешь и просто кидаешь, поняли, про что я говорю? То есть я хочу сейчас борьбу, короче, под это самое, ну, поняли. Покажите собаку, пожалуйста. Он спит. А где он реально? Он в коридоре, либо в ванной за Ксюшей пошел. Он, кстати, почему-то очкует заходить в ванну иногда. Нет. Он на балкон сейчас тоже не заходит, он подходит к краю и не идет, раньше заходил.
Макивара называется. Вот эта фигня на Макивара называется, да? Ну, прикольно. Короче, покупаю себе грушу, начинаю долбить ее просто. Сегодня подтягивался, рассказываю, если кому-то интересно. Подтягивание. Очень хуевые результаты. Сделал 3 подхода. Первый подход 10 раз, второй 8, третий 4. Очень хуево все. Вот. Ну, буду наращивать, конечно. Буду подращивать и наращивать. Почему вас мафию не зовут? Мы себя хуево там проявили. В UFC можете БРФ или Стрея позвать. Мне кажется, Вова слишком хорошо играет в эту игру, блять. Но хотя, честно, я не знаю. А, нет, когда мы в Москве встречались, ну, встречались, в смысле, просто с глазу на глаз, он говорил то, что ни разу не играл в UFC. Ну, опять же, если он согласится, у нас просто не такие тесные с ним отношения, как Хесус, допустим. Луфи! Да. Луфи! Луфи, ты а где? А с Стрея вообще ни разу даже не общался с ним. Луфи! 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 Иди сюда! Луфи! Их не зовут, потому что они тупые. Ну да, мне кажется, это тоже, кстати, критерий. Потому что мы вроде как придумали интересную, умную игру, но сами ее не вывозим, потому что уровень развития долбоёб. Ну зачем ты его сюда подняла? Ути, какой пёска! Почему он кусает все, блять? Меня напрягает собака вот тем, то, что она постоянно все кусает и лижет, блять. Нахуя? Что у нее в голове, блять, я просто понять не могу. Ксюшу уши ему не трогают, то реально не встанут. Ты ёбнутый, блять, или чё, блять? Смотри на него, долбоёб. Ты ему шею не сломай, ёбт. У него зубки просто чешутся, не упади. Собаки, они сами по себе какие-то шебутные. Ну, заметили, да? Типа, я вот смотрел видосы, когда собака встречается с хозяином, потому что давно не видела. И, короче, и они начинают вот так же шебутиться. Туда-сюда, блядь, хуй знает, с чем это связано. Да, я покажу команду, Ксюх. Я тоже научился на днях. Давай, Ксюх. Сначала вкусняшку возьми. Опускай его. Сначала вкусняшку. У него пинус торчит. Где пинус торчит? Ну-ка, давай его сюда. Луфи, ко мне. Не кусай ноги. Тебя не видно, подожди. Луфи, не кусай ноги. Луфи, сидеть, сидеть. Луфи, сидеть. Лапу. Молодец. Молодец. Скушал вкусняшку. За тобой бежит. Надо ему наоборот, кстати, сделать, чтобы он... Или как? Потому что он просто сейчас по КД, точнее не по КД, а у него ротация сейчас появилась, то что он сразу после того, как садится, у него автоматически рука поднимается. А я еще не сказал даже, типа, надо как-то, типа... Да он поймет это со временем, он сейчас маленький просто. Рука? Ну да, у него рука, блядь, я его за человека считаю. Дай ему микро, просит. Потому что он здоровый пес! Дай ему микро, не просит. Андрей. Ну, сука. Ну, борьба, блядь, начинается нахуй. Хабиби против меня, нахуй. Дай ему микро. Они просят микро. Блядь, он вонючий такой, пес, псы, они воняют. Его купать надо. Вот такой. Да нет, подожди, он такой. Не будет. Вы долбоебы сейчас дрочить на мою собаку опять собираетесь? Или что, я понять не могу, молча. Кто, сука, подрочит на мою собаку, блядь? Хоть один, нахуй, будет дрочить, блядь, здесь. Луфи. Блять, он еще и волосатый, как собака. Стой. Луфи. Блять. Припадок, блять. Он его не хочет, охренеть. Он тебе хочет. Ксюша, падать что-нибудь. Можешь съебаться нахуй по-хорошему, пока тебе верно. Все, иди гуляй. Иди гуляй! Надо его помыть! Осуждаю! Блядь, ну долбоёб ебать! Ксюха проебалась. Дрон вроде старался, но проебался. Груша, как обычно, Жека вообще по умолчанию вылетает. Злой, как обычно, за баблом пришел. Да нет, почему за баблом? Он просто из тех людей, которые понимают то, что нужно делать контент. И типа меня это радует в нем, то, что он умеет это нет, делать. Нет, я не хочу подрубать стрим, как мы его моем, потому что, во-первых, он очень скулит. Не дай бог подумать, что мы мучаем как-то собаку.
Он не любит мыться. Он любит мыться. Счет дела, ты его ни разу не мыл даже. Мы ему лапы тогда мыли. Так он только приехал, конечно, он боялся. Сейчас его надо вымыть. Я вообще вчера смотрел фильм, там чел мыл собаку, потом она, правда, умерла. И... А, ты что ж смотрел? Ну так вот. Ей нравилось. Надо просто из детства его приучать, потому что, типа, собака воняет, ее надо мыть нахуй. Но она не прям воняет-воняет, а просто к нему, если нюхаешь его, то он пахнет псом ебаным. И, типа, это напрягает меня очень сильно. Я хочу, чтобы он вкусно пахнет. Про котов не нужно забывать, да мы про них не забываем. Они... Не забываем. Также мы их также ласкаем, играем и кормим, блядь, все с ними заебись. Андрей, за грушу что дашь, если по бартеру? В смысле, что дам рекламу, блядь, что есть, что дам? В инстаграме, блядь, могу ее здесь, блядь, хуярить прям на твиче, блядь, на нормальный онлайн. Просто ее пиздить буду и говорить. Я пижу грушу фирмы, там, допустим, Тайсон, блядь, и все. Что я могу дать? Ничего, я ж стример, блядь, ёпта. Нихуя бартер, блядь. Так а, ты это так и делается по бартеру, блядь. Ты, тебе высылают вещь, ты ее рекламишь. Как еще? Или вы не знаете, что такое бартер? Я, наверное, вроде так это работает или нет? В стуле крем в складке тебе пишут. Ты достала крем? Я тебе вчера пранк сделал. Вот сюда вот. Нет. Видишь, вот. Пранк. И вот здесь еще пранк. Вот. А ты не заметила даже. Тебе в спину, кстати, впиталось. У тебя еще не загнила спина? А завтра какой день недели? Четверг. Четверг? Завтра выходной? Схуяли. А, нас завтра, кстати, позвали завтра на шашлыки. Завтра выходной. Коронавирус, какой выходной? В сад. Нет. Коронавирус, я никуда не поеду. В пизду эти шашлыки. Коронавирус. Какие шашлыки? Мужики сидят дома, мы сидим дома. Коронавирус сейчас идет. Коронавирус. Закончился. Он что, долбоеб закончился? Если, блядь, сняли ограничения с какого? Как он называется? Домашняя посиделка или как? Самоизоляции, блядь. Не знаю, что, блядь, закончишь коронавирус. Блядь, пиздец, он раньше не лез, так как сейчас лезет. Андрей, где? Что у меня рука? В микрофоне. Ты вот, у тебя ноги все в говне, ты посмотри. Пиздец, это не... В чем у тебя рука? В микрофоне, что это значит? В микрофоне. Да я фломастером помазала. Микрофон, да. Они чё, то, что Фасоль и Вова сидят на балконе, и он трясётся, и вы живете на последнем этаже. Чё? Ты нормальный? Это сейчас рофл был? Если да, то это было смешно. Если это не рофл... Земля типухом. Ну там чел написал, типа, а ничё, то, что Вова и Фасолька стримят на балконе, а он трясется. Ну, типа, с намеком на то, что балкон упасть можно. Я, кстати, когда балкон не застеклен, ну, согласитесь, сейчас он застеклен и кажется, типа, что такого? А когда балкон не застеклен, и ты подходишь, и там только решетка, ты думаешь, что ты можешь пиздануться с балконом. Ну, согласитесь, я, типа, очковал подходить. У кого был не застекленный балкон, я, типа, очковал подходить. Нахуй ну надо? Вдруг он ебанется, блядь. Он же просто пределом получается, как веранда, блядь. Он просто наебанется и пиздец. Нахуй оно в рот я ебал, блядь. Молодцы. Ну, кто не боялся, тот, значит, этот, кто? Отчаянный, хотел сказать, блядь. Отчаянный человек, блядь. Какая порода собаки? Акита Ину. Все, у нас самая лучшая порода. Все, кто приходит смотреть квартиру, а какая это порода, какой милашка! Они думают то, что, наверное, по-любому они думают то, что это мелкая порода собаки. А когда он вырастет, блядь, они будут очковать заходить домой, нахуй. Ты когда вырастешь? Так что к этому времени я вас умоляю. Нельзя! Умоляю, покупатели, блядь, купите ебаную квартиру, мы, сука, переедем в дом, блядь, и начнем копать ебаный бассейн. И тогда, блядь, наш онлайн будет настолько большой, то что пиздец, потому что когда мы будем копать бассейн, мы будем его копать 24 на 7, блядь. 24 на 7, блядь. С Вовой просто, киркой, блядь, по очереди, нахуй. Сначала смена моя с Вовой, потом мы даем кирку, блядь, Ксюше с Ксюшей, и они, блядь, хуярят киркой бассейн, нахуй. Луфи, голос. У нас будет домашний Майнкрафт, блядь. Луфи. Гав? Ксюха в купальнике. Гав? Ксюша. Гав? Ты в купальнике, что ли? Гав? Ну не надо, блядь. Не утрогай уши. У тебя уши никогда не встанут. Да и хуй тоже, потому что у тебя одно яйцо.
Как надо ровчить над собаками. А хули, блять, одно яйца, блять. Ну попался такое, блять. Ни с чем никому, конечно, не посоветуешь. До года может отпуститься яйцо, долбоёб. Блять, меня до сих пор не отпустилось. Мне 24, блять. До сих пор, нахуй, не отпустилось яйцо, блять. До года. Пиздёшь это всё, ёпта. Пиздёшь, блять. И провокации чистой воды, блять. Сколько стоит этот пёс? Чё, я вам серьёзно говорю? У меня, во-первых, правое яйцо, блять, оно выше находится, чем левое. И когда я дрочу, в некоторых моментах оно внутрь залазит, блять. Очень страшно, очень страшно. Просто вовнутрь, и ты думаешь, что пиздец, блять. 30 тысяч такой пёс стоит. 30 тысяч рублей. Это самое дешёвое, наверное. Самое дешёвое. Кстати говоря, вот эти коричневые псы, которые китаи, но они потом в рыжих превращаются. Потому что сегодня я смотрел видос... Мама Акита ходила с пятермя, блядь, щенками. И они все были коричневые, блядь, а сама она была рыжая. У них нет рыжего цвета. Они либо белые, либо оранжевые, либо черные. Но черные это американская Акита. Понимаешь? Угу. Есть чек, не коричневые, блядь, что ебнутые. Ну посмотри, как коричневых Акит не бывает. Вы видели сами коричневые Акиты, блядь, вы ебнутые? Говняные акиты, блядь. Уйди, дура. Коричневые акиты, не существует таких, понимаешь? Они только рыжие, блядь. Это американская акита. Угу. Видишь, нет коричневых акит. Значит, те, которые мы не стали брать, они бы... Они рыжие, на самом деле. Я же правильно говорю, пацаны, или нет? Вот, покажи экран. Вот они лежат, они же коричневые. Потом они превращаются в рыжих. Ой, это что, Луфи? Вот это наш Луфи. А будет вот такой. Вот такой. Ой, блядь. Вот такой. Вот такой будет. Сука. А что, у него одно ухо встало, одно нет? Это зависит от яйца? Я хочу, чтобы вот такой у нас пес был. Что ж ты наделал, побёртый? В меру волосатый. Пиздец, писал тебе в чат раз 30. Где та парочка стрипёсов? Где ещё Настюха беременная была? Они не стримят больше. Но он, как, я крайний стрим у них смотрели. Я... Кто это делает? Кто? Кто? Такая маленькая падла! Они один стрим делали и сказали то, что типа теперь не будут стримить и очень редко будут подрубать. Но если будут подрубать, то очень редко. Типа они сейчас другими делами увлекаются. Стримы им неинтересны, ну как я понял из этого. Фасолька с легким паром тебе пишет. Спасибо. Она не парилась. Она в душ ходила. Вот. Сегодня приходили покупатели, двое покупателей. Одна симпатичная девушка была, кстати. Ну как... Форма у нее просто красивая была. Это вот у нее парень был, и, короче, он в мочу наступил. Вот, как-то так. А первые я не помню, что делали. Что они делали? Тебя не было, по-моему. Был я, блядь. Кого спал, ты ёбнутая? Первые приходили, были кто? Там две женщины. А, две женщины. Они потом по итогу, когда ушли, сказали риэлтору. Мы, конечно, лучшего ожидали. Потому что, знаешь почему? Вот у вас, я не знаю почему, но... Короче, у вас нету... У тебя... Вот ты смотришь, когда на квартиру, ты можешь видеть, ну, типа, что, что-то хуёво лежит. Потому что, когда я вышел, типа, вы вроде как всё закончили, но при этом забита была вот здесь вот вещами вся хуйня, полностью забита была, как её... Мойка и рядом с мойкой. Здесь на столе тоже пиздец. Вот здесь так и не убрали, кстати. И это все типа бросается в глаза и делает общий вид. А вы типа просто пропылесосили пол и задвинули диван и думаете то, что типа все. Мне просто нужно максимально все идеально делать, чтобы человек зашел. Да, типа вообще охуенно. Потому что у нас нюансов мелких просто пиздец. Их можно закрыть, но когда их очень дохуя, это сложно. Допустим, у нас вот здесь вот розетка выдрана, здесь обои покусаны, блять. Здесь вообще нету, блядь, огородки, нахуй, где проход, блядь. То есть это всё... Риэлтор же сказал купить хотя бы вот эти... Проход, да, вот эти проходы, межкомнатные проходы, ламинат, блядь, торчит. То есть это, блядь, это пиздец вообще. Я бы такую квартиру, наверное, бы не взял. Нахуй. Да, конечно, не взял. Мы эту хату брали в 3 раза хуже, блядь. Она просто стоила охуенно, а мы её продаём, блядь, за дохуя.
не за то, что мы покупали. Если бы мы, блядь, продавали ее так же, конечно, я бы вообще даже здесь не убирался. Я бы просто, блядь, насрал еще на середине, нахуй, и пиздец. Минус звук, все, ебнутый. Да нормально, все мы видим. Поэтому. За сколько продаете? За байчами. 4,5 миллиона продаем. 4,5 миллиона. У нас район очень хороший, 4,5 миллиона. Выставили ценник. Покупали за 1 300 000. Продаем за 4 500. Вот. Так что как-то так приятно. Что ты там носишься, мелкий? Вообще пиздите минус звук, блять. Кого наебываете, нахуй? Вообще пиздите минус звук, блять. Че, блять, минус звук, нахуй? Забайчина, дурачок. Забайчина. Ну а вдруг бы реально, блять, мы бы пиздели. И типа не слышно было никому. Ой, какие же вы гиены, блять. Вот это реально смешно, что ли? А, нас Хесус наебал на звук. А, ну понятно, ну там все, блядь, потеряно с ним. Там все потеряно, блядь. Сука. Ой. А Хес еще не знает, что он бабки дает людям? Не, просто, типа, мы ему сразу не стали говорить. Да всем я сказала. Ну нет, то, что он полностью всю сумму дает. Какую? Ну. Ты долбоёб? Что? Сука, помогай! Блять, он нас наебал! Помогай, блять, уебище, нахуй. Говори, что он должен сумму, блять. Он должен сумку, блять. Я не знаю, что ты. Ты хуёвый, блять, наеб. Ты ебанутый, он нас наебал с минус звуком, я ему говорю то, что он должен нам денег, блять. Все, нахуй. Мы его наебываем тоже. Что, тупая или что, блять? Хорошо, ладно. Что с тобой не так? Ты сидишь, блять, как будто овощ ебучий, блять. Тебе не... ебали, что ли, весь день или да, что? Да, блять. Ебали, пиздец. Луфи нельзя! Не, ну там, где вы живете, очень много переселенцев. Очень много. Ты долбоеб, мы живем на не там, где много переселенцев. Вот где мы раньше жили, вот там много переселенцев. А где мы сейчас живем, это старенький дом. Ну, не как старый, ему лет 10 примерно. И типа в нем нет переселенцев, блядь. Кроме нас, долбоебов ебаных. Так что не выебывайся, хуйню неси, блядь. Сука, напрягаешь меня жестко, блядь. Хоть твое мнение ничего не значит, но, блядь. А, извиняюсь, написал. Кто? Вы готовы уже переехать в дом, блядь? Мы готовы, я готов всем нутром, блядь. Я просто готов взять вот этот диван, загрузить его полностью, блядь, вещами, нахуй, и как пароход съебаться, нахуй, отсюда, блядь. Ну, сука, не могу я это сделать. Если бы мне дали просто, на, держи тебе деньги, и типа, либо мне сказали, все, мы покупаем твою квартиру, я бы охуеть как обрадовался. Но пока такого не происходит. Че, прискакал, жопа, иди отсюда. Дром, будешь стримить? Да, постримлю, так уж и быть, ради вас, для пацанов нормальных, постримлю, застримлю. Только единственное, знаете, что мне нужно приготовить еду, блять, пиздец. Я не приготовил, я смотрел разоблачение, вторую часть на Ивангая, ой, на Моргенштерна. Вот. А ты будешь играть? Подумаю, посмотрю. Вчера-то я фильм смотрел, потому что я сильно хавать хотел, это первая причина была. А вторая, то, что все спать легли, и мне не с кем играть было. Вот. Чан на биткоинах говорит, за фарм закину. Давай, брат. Давай, братик. Чё ты? Ходишь, бродишь. Ходишь, бродишь туда-сюда. Я посмотрю фотографии Трира, ваш дом. Потом, когда будем въезжать, тогда будет видос. Вот. Я просто спала мало сегодня. Пиздишь, сколько ты мало спала? 20 часов спала. Во сколько мы фильм закончили смотреть? Столько же, сколько и я. Во сколько? Я ебу, блядь. В 6 часу утра, да? Кстати, фильм уебанский, я легенда, блядь, уебанская. В 9 утра я встала собаку кормить. Все. Ну и чё? Да ничего, блядь, а ты спал, блядь, хуй знает. Сколько. Встала, покормила, блядь, обратно легла, блядь. Не могу. Не могу. Ты уебан, ты уебан, блять. Мое мнение, нахуй, не осуждай его, блять. Я легенда, хуйня, блять. Я говорю, это мое мнение, нахуй. Мне не нравится, блять. Ваше право говорить то, что я уебан, это ваше мнение, мелкий. Согласен. Бля, мелкий мелкую крышует, бля, понимаете, пожутел. Извиняйся, я не буду извиняться ни перед кем никогда. Ой, ну, если только спижу, ты... что-нибудь лишнее. А почему? А почему вы меня, блядь, затрагиваете? Я не хочу, чтобы вы меня трогали. Да в тебя все летит, ты же уебан, видишь, стрелки против меня.
Расскажите что-нибудь из детства. Вспоминаю детство под 17. Детство. Что насчет детства, блять? Однажды спиздил, короче, у Человека-паука. Он рассказал своей бабушке, и она пришла разбираться со мной за то, что я спиздил у него Человека-паука. Вот, самое хуёвое то, что у меня в детстве класс было, блядь. Колбасик у тебя на жопе вылезет. Класс, колбасик. Да, блядь, мы сейчас соседа разбудим. Луфи, нельзя! Напугайте криком фасальку, как её скримеры. Спасибо тебе огромное, но мы быстрее, блядь, соседа разбудим, чем Ксюшу напугаем. А потом, блядь, долбёж в дверь такое себе слушать. Когда фасолька, пробегая, она вернется 100% упадет на резку. Пизду, короче, вас. Пошли нахуй, Ксюш, ты не хочешь разговаривать, я один не собираюсь здесь пиздить. Да, блядь, меня что-то пизда клонит в сон. Я лучше на своем тогда уж канале попижу. Все, короче, давайте.